Алло, алло, прием, ебать. Звук есть? Хуёвый, хули так тихо. Ебать. Сейчас лучше? Нормально, да? Что тебе себе вам за чё, хуел, блядь? Римос, забаньте его нахуй. Ко мне никто не пришел, блядь. Никто не пришел на сходку, блядь. Так, сейчас. В телегу пост сделаю. Ебать, я себя чувствую как-то тихо, блядь, как-то неуютно. Я один. Йосы будет? Нет, Йоспа не будет. Здорово, здорово. Я Йосу пописал, он, блядь, спит. На нахуй. Ку-ку-ку, здорово. О, блядь, точно надо написать сообщение. Кто с ТГ? То с ТГ пишите Йосып. Все, сейчас. Вы не пишите, вы не пишите. Вы по зову сердца. Ой, пиздоболы, бля, я вам не верю. Так. Пиздец, 693 зрителя, блядь, скатился нахуй. Ой, блядь, как... А, 4000, ладно. Блядь, я не знаю, я бы альбом Exile включил, у меня нет колонки, блядь, тут, поэтому я включу его на телефоне, будем слушать альбом Ильи. Ребята, кстати, заходите на страницу Ильи, там заходите в плейлист, слушайте, блядь. Мне заплатили за рекламную интеграцию альбома Exile. Короче, трек ту-ту-ту, под него лучше всего срать. АП. Короче, я, ебать, я придумал рофл. Давайте, если кто-то будет слушать альбом Exile у себя на стримах, вы пишите, пишите этому стримеру, Exile сказал, что будет давать бан по АП. Вот. Пишите, Exile будет давать бан по АП. Ебать, охуенная тема. Ладно, шучу. Ладно, предлагаю этого не делать. Даша отравилась, пиздец. Вот это все-таки, видимо, у Злова она отравилась. Я не знаю, на день рождения, но просто хуй знает, короче. Вчера было и заебись, а сейчас уже не заебись, поэтому я хуй знает. У меня 693 зрителя. Все, блядь, я не хочу стримить, ба-бай, нахуй. Ба-ба. Все, офнул, можно подрочить. Все, блядь, все, 5000 в статистику пошло, всем пока, нахуй, давайте, до свидания, долбоебы, нафармил на вас.
Я уверен на 100%. А, реклама, блядь, точно. Сейчас рекламу покручу, блядь. Я уверен на 200 000%, что Вилоны разбанят аккаунт. Потому что, ну, это какая-то хуйня. Типа, вряд ли он играл с щитами, хотя, бля, это уебище могло, бля. Вы видели, как он сейчас ставит, блядь, уебок? Exile будет давать бан попа. Серьезно? Серьезно? Он такой подлый? Все, Вадим уже доезжает. Короче, смотрите. Ситуация такая. Вы спросите, зачем тут ананас? Многие из вас знают, что существует пицца с ананасом, поэтому мы его засунем Наташе в жопу. А в чём вы пишете фу? Фу, пицца с ананасом, фу, я согласен, но вдруг кто-то захочет приготовить, поэтому, блядь. Мне не очень нравится, как камеры стоят. Мне прям что-то не очень вообще нравится. Смотри, чтобы Вадя за такие шутки не отпиздил. Так в смысле, это Вадя будет пихать? Я тут при чем? Меня за что? Заебись, Ром. Зачем вы пишете Йосип? Нахуя вы пишете Йосип? Короче, еще идея пиздатая, которую я, конечно же, спиздил. Мне ее посоветовал Марк, но Марк ее у кого-то видел. Буду проходить Майнкрафт на хардкоре, и если я умру, я дарю вам 100 сабок. Как вам тема? Имба, да, блядь, я еще, ну, блядь, я очень доволен, когда этот... Так хи плюс 100. Я очень рад вообще, когда пишу какие-то прикольные идеи и вам нравятся. Спасибо, советуйте еще, что мне спиздить. В общем, да. Плюс 100 получается. Так куда, блядь, ребят? Ребят, алло, блядь. Куда? О, блядь, чуть номер не спалил. Алло. А, да. А, да, да. Да, да. Хорошо. До свидания. Сука, убавлял звук, я надеюсь, там ничего не слышно было. Вань, там что, там серьезно слышно было? Улица Мира, 25. Блять! Ебать! А, ебать, на что я потратил 25 тысяч, блять! Нихуя, вот такие эмоции, пиздец, блять, не нашли реально адрес, охуели. Нет, ребята, только не приезжайте. Да он не сказал адрес. Плюс 25. Улица Мира плюс 25. Пусти в гости, блядь. Ну так куда там, нахуй, ребята? У меня тут, блядь, боевая бабка на консьерже, блядь, хуй вы пройдете. В течение часа. Да, в течение часа, блядь, конечно, он сказал в течение получаса. Держите в курсе. Улица Мира, блядь, нет, улица Войны, нахуй. Улица Йоса, по дому 25. Слили адрес злого, улица Юзыка, блядь. Дом... Да не, ребят, блядь, даже никто близко не был. Я примерно понимаю, что где в Киеве, поэтому вы, блядь, даже не на том берегу. Не на том берегу ищите. Ой, блядь, а вот этому бан нахуй дам... Вот этот попал, блядь. Вот этот чел попал, нахуй. Ой, блядь. Ладно, не забаню. Не забаню, чтобы вы не узнали, кого я забанил, блядь, и по клипам не посмотрели. Вот этот чел реально попал.
Дай мне бан пермачом. Бля, дядь, я тебя не догоню, ты уже вверх улетел. Даша где? Даша лежит в комнатке. Даша опустошилась сегодня утром и, блядь, лежит, отдыхает. Ебать, извините. Короче, коржи говно, блядь. Ну, типа, вот такие коржи. Типа, они прям максимально уёбищные, но лучших не было. Еще есть такие, я не шарю, какие лучше, слышишь, какие лучше? Вот такие? Давай, блядь, зазумнено. Как, блядь, зум включить, нахуй? Алло, зум? Блядь, $3000 за камеру, алло, зум? Пизду, не работает. Короче, есть такой и такой. Вот этот с темными точками, а вот этот обычный какой-то. И я не шарю, какой из них лучше, но мне кажется, они вдвоем говна. Первый вот этот. Вот этот. Да? Вот этот. Чем он лучше? Они оба дерьмо. Это да, это факт. Это факт. Сделай сам тесто. Он, блядь, эти чё... Пойди нахуй. Я тебе чё, тестомес? Фу, блядь, да, реально тестомес, блядь. Придумал термин. Патентую. Ау, блядь, я тебе чё, пекарь? Госпиталь стоит на 10 камнях. Так. Новый трек Exile слушаем только на этих площадках. Привет. Короче, мне курьер звонит. И тупо, блядь, такой, так, ну я через полчаса буду. И говорит, адрес верно, да? Прям тут слышно было, не знаю. Потому что один чел правильно написал. Ты что, курьер? В смысле, оно клёвое? Да я шучу, блядь. А ты же стримишь? Да. Бабы чел. Ой. Что это, блядь? Это мне. Может, мне подарить? Что? Я не люблю. Не блядь. Худи Трэвиса Скотта. Прикиньте, ей Вадим подарил худи Трэвиса Скотта, а мне не подарил. Я как поросенок. Мне должен тебя дарить. Привет. Смотрите, Вадим, мы мне подарил. Мы с тобой тоже ебались. Ты чё, охуел, что ли? Ничего не было, пацаны. Смотрите. Нихуя тут. Витя, привет. Ебать, ты красиво все расставил. Да, я и говорю, я удивилась. Нормально, серьезно? Да, прикольно. Я думала, знаешь, мы снова за ОБСом там опять будем смотреть. Кур!
Я знаю, что ваши у меня руки грязные из-за волос. Банка. Я ничего не сделаю с этим. Это краска. Да похуй тогда. Мне не похуй. Надо что-то сделать. Что, ты говорить теперь не будешь? У нас Даша не будет. Почему? Даша не пережила день рождения злого. У него отравление. А ты не мог тесто нормального купить? Блять, вот иди нахуй. Это не будет, это есть все равно. В смысле, что, ухуел? Ты не буду на таком тесте уебищном есть. Нормальное тесто заебал. Ничего, это пиздец. То, что это блинчик раскатанный? Здорово, чат. Вот видно у меня камера. Пиздец. А она такая же, как у тебя? Нет. Ну вот я имею в виду по качеству. Да откуда я знаю? Mm-hmm. Так, а да нет. Ну. Я не знаю, какая она по качеству. У меня такого нет. Попробуй. Не, не такая. Как-то резина. А как мы будем соревноваться, блядь, если Даши нет? Кажется, сам с себя. Да. Ясно, блядь. Ясно, блядь. Ой, уже все видно. Ну да, да, кстати, все видно. Я телефон просто переворачиваю, мне сразу чел звонит, блядь. Нихуя ты, блядь, красава. Да, все. А, блядь. Так, может, вы будете соревноваться между друг другом, а я буду вам помогать как-нибудь там. Типа, ну, буду судьей, типа. Ну да, я, конечно, понимаю, кому ты будешь помогать больше, блядь. Рома, смотри, ну в эту пиццу надо добавить, блядь, рыбу. А ты думаешь, я тебя вообще не люблю, что ли? Да. Ром. Да. Нет, все, мы готовим каждый свою пиццу, все, блядь. Все, блядь. Давай. Все, блядь, кто будет пиццу с ананасом готовить? Все, блядь. Даша, будешь пиццу с ананасом готовить? Ананасы нужно брать консервированные. Не пох. В смысле? Кстати, это факт. Зачем? Консервированные ананасы должны быть в пицце. Да. Чат, это правда? Ну, блядь, он ничего не знает, а я придумываю, вот и все. А нахуя, какая разница? Ананасы должны быть консервированные. Да с чего? Пицца. Ну, потому что они должны быть максимально сладкие, типа. Нет. Да. Нет разницы, нет разницы. Нет, разницы есть, нет. Есть. Нет разницы нет. Это уже от вкусовых ощущений. Нет, нет, это разницы нет. Нет, с обычной, типа, готовить это чуть полно. Ну, тогда без ананасов. Как минимум ее надо нарезать, а типа там просто... А я не знаю, с чего вообще... Вы пиццу какую хотите? Вообще разную? Мы готовим три разные пиццы, у которого круче тот... А как мы там могу круче? А? Ну, типа, я, в принципе, вижу, как ты будешь готовить. Ты хинешь вот эту колбасу всю, да? И сыр, блядь. И сыр. И это будет пепперони, блядь. Стоп, а в пепперони есть сыр? Да, есть. Да, есть. В каждой пицце есть сыр, Вадим. Нет, не в каждой. В каждой. В каждой. В каждой. Ну сейчас, конечно, найдут, блядь, пиццу, в которой да, сыр. Да, да, да. Типа шоколадная, блядь, фруктовая. Вадим прав, блядь, Вадим прав. По факту, блядь. Ой, Наташа после секса, там что-то Арина написала. Наташа после секса. Ну да, посмотрите, блядь, что это, блядь. Это мокрые волосы, я их просушила, алло. Ты руки помыла? Да. У себя дома? В Москве я, блядь, помыла руки. Чем вы меня бесите, блядь? Пицца 400. Я вообще могу уйти. Что это такое? Почему это выглядит уже отвратительно так? Ты что такое? Это шинка, блядь. Кто? Шинка это кто? Это шинка, она не так выглядела на картинке. Свинина типа? Буженина. Перевел. Буженина. Выгоняй, да это пиздец, блядь, пришли нахуй, хотя... Не, я сказала, типа, я могу вообще уйти. Нет, да, стой тут, блядь, мы пиццу готовим, все. Прикольное тесто очень сильно, типа, посоветовали, сказали, вообще пушка, типа. Вот это вот? Да, сейчас лучше, ну, типа, лучше на рынке это тесто готовим. Охуеть. Да ты заебал, нет теста, блядь, в Киеве, я вчера, блядь, во все доставки пиццы звонил, блядь, звонил. А сходить? Я заказываю, пешком. Я, короче, заказываю пиццу, типа, и снимаем все хуйни с нее. Типа вообще все ингредиенты. Они мне звонят, говорят, ты что, долбоёб? Нет, я... Не пробовал, блядь. А чё? Алло. Ладно, вы готовьте, в смысле, в принципе. О, ты типа сейчас вы можете завтрак себе я сейчас приготовишь? Могу спуститься. Нихуя, а мне? Вадим. А у консьержа можете оставить? Иди наличие. Ну, оставьте тогда у консьержа, пожалуйста. Погрызка, блядь.
А, первый. Бери, делай. Есть две руки, блядь. Две ноги нахуй. Секунду. Мозгов только нет, но это уже типа так. Все, я включил звук. Да я звук выключил, потому что челик решил у меня еще раз поинтересоваться адресом, блядь, и именно спрашивать, какой подъезд, а квартира, а этаж. Что, ножи? Нормальные ножи, заебал. Че ему все не нравится, сейчас пиздец? Сейчас время 1337. Круто. Ребят, сегодня будет очень веселый кукинг, блядь. Все с хорошим настроением. Челу забанили Steam на 12 миллионов рублей, блядь. А что ты делаешь? Бутерброд. Гениально, блядь. Он в булочке для гамбургера сделал обычный бутерброд. Маэстро, блядь. Ты охуела, блядь. Выглядит, конечно. Сыр, колбаса, кетчуп. Вкусно. У меня пицца будет сама. Это получше всякой пиццы, слышишь? Да. Ну, давайте бутерброды приготовим тогда. Охуенная, блядь, булка, ебал её в жопу, блядь. Вадим. Что? Да что ему все не нравится, он охуел, блядь. Забей. Есть чай? Что? Чай. Зачем? Ну зачем, блядь, забей? Пошли чайник. Блядь, их два! Включи один. Я включил. Я тоже включила. Вот этот работает? А вот этот я включила тоже. У меня, кстати, такой же, только белый. Это не чайник. А у тебя черный, да? Да, и бич, да. Это не чайник, Наташа. В смысле, это не чайник? Нет, конечно, что-то. А что это? Какой чайник? Это чайник. Это не чайник, блядь. Ты меня обманываешь. Это не чайник. Чайник. Чат, скажи, что это не чайник, блядь. Это Bosch, там же написано. Это кружка. Это чайник. В этом липке, мы его не трогали ни разу. Тут вода, короче, еще просто хозяин. Конечно, не чайник, блядь. Я чем запить? Сука, спермой запей, да, я пройду, блядь, ему там чем запить. Там ничего нет. Да чем запить? У меня просто ничего нет. Сок, вода. Кок. Кок? Но. О, наливай. И мне. Надо было реально сначала нас накормить, типа. Блин, что ты просто мне сейчас суши не заказал, сели похоже. Соглы. Сейчас, приятного аппетита. Я хотел, чтобы мы что-то готовили, чтобы у нас атмосфера была. Как будет атмосфера, я поем такой? С Новым годом. Нормальное тесто, блядь. Да? Сам делал сок? Конечно. Все, мы делаем каждый свою пиццу. Я знаю, спасибо, я стараюсь. Не будешь больше? Ром, я пиццу больше не хочу. Спасибо. Пошел нахуй отсюда, блядь. Надя, иди в КС поиграй, блядь. Пойду скины поменяю. Скины поменяю, да. Наташа, какой ты мне шкурс? Мне сказать, мне рекламу взяли завтра. Я буду вот этот. Согласен, ну тоже. Ты какой будешь корж? Вот этот. Я вот. Их там два есть. Кусок печенья, блядь, как будто ебаного. Да не заебал. Не, это какой-то хуёвый корж, слышишь? Он сразу уебище. Ну вот, вот этот перебелый. Да он нормальный, тонкое тесто, блядь, охуенное. У нас сразу, короче, намазать туда кетчуп, правильно? Конечно. Ой, бля. Хуета. Что? Не, нормально, я просто не знаю, как пройти. Хуета, еще он будет сам мазать кетчупом. А где вилка, ложка, что им, блядь, я что, пальцем? Ну, блядь, дай пройти! Я буду руками готовить, мне похуй. Берите так, блядь. Ебать, у меня смотреть. Ладно, так что. Ладно, я приду потом. Смотри, когда, блядь? Куда ты?
Смотрите, какая штука есть. То, что мне Никита отправил в магазин. Прикольно, пиздец, мне нравится. Мне тебе не нравится? Прикольно. Да, тебе нравится, как сидеть. Нормальное тесто. Дай мне такую тоже хуйню. А, ну да. Сахарный человек. А будет песня? Слышь, а ты... Включай песню, будем петь. Давай. Нормально сидит. А где все такие, короче, погоди. А, вот. Вот, на, возьми. Как, что? Вот такой корж. Да мне похуй. Корж не решает. Не решает вопрос. Большой стиль, а не букеты роуз. Роуз. А музыка будет? Включи. Давай. У меня нет колонки, у Даши теперь. А то что, АП нет? Блядь. У тебя не, вообще нет колонки? У Даши есть колонка. А, у меня GBL есть ненужная красная. Отдайте ее. Так нет, я не пользуюсь. Пошел тогда нахуй, блядь. Так, ладно. Мне нужно решить, с чем у меня будет пицца. Обычно дефолтная с колбасой, это же пиздец хуйня, но она норм. Что мне нужно в пиццу, блядь? Тебе нужна колбаса, сука, как минимум. Подожди, так тут вариантов нет, у нас у всех одинаковая пицца. Есть бекон. Ну и что, бекон, как бекон? Можешь сделать пиццу 4 сыра, но так как у нас сыра только 3 разных, тогда сделал пиццу 3 сыра. У нас 4 сыра. Блядь, это уебочно звучит. Ебать охуенно тогда. Ты можешь сделать типа супер мясную пиццу, слышишь? Ты можешь которую будет невозможно есть. У меня есть рецепт моей прабабушки. Я не знаю, блядь. У меня есть рецепт моей прабабушки. Я тебе предложила. У меня есть рецепт моей прабабушки. У меня нет прабабушки. У всех есть прабабушка. У всех есть прабабушка, реально. Реально. А сколько кетчупа надо добавлять? Много, это же типа... Ты же готовила когда-то пиццу? Готовила, каждый день готовлю. Она заебала готовить, только приехала, она не, я не трогаю. С первого дня она хуярит. Блять, так у нас никакого разнообразия, даже соусов нет. В смысле? А зачем тебе разнообразие? Ну пиздец! Что в смысле? Кетчуп! Сука, кетчуп! Все нахуй. Кетчуп! Через 5 минут. Майонез, кетчуп! Ты вообще еблан, блять! А зачем ты купил столько кетчуп? Говорит, а что у нас, блять? Посмотрите нахуй на соусы. Кетчуп. 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 И кетчуп, блядь. Это Вадим. Пиздец, у меня тут хостовары, блядь, лежали, нахуй, на этом кетчуп. Пиздец. Блядь. Все бактерии, все бациллы, блядь, тебя размазались по моей пиццу. Все, ебало, звонили, сейчас, блядь, приедет Аслан, нахуй, привезет соусы. Какая оса, блядь? Кто приедет? Аслан. Ты Аслан, понял. Аслан красава, блядь. Пиздец. Реально. А есть на чем замешать кетчуп и майонез? На жопе, блядь. Ложка, я достал, ложка, вот лежит. А, или ты хочешь это, дальше тогда. Кто добавляет в пиццу кукурузу? Я на всякий случай, это разнообразие, алло, блядь, там грибы есть еще. Добавляет. О, грибы? Да, блядь, он заебал. Так нет, давайте, короче, сделаем, ну, типа, не сами, а именно как-то повытягиваем, типа, на раз... Ну, знаешь, типа, вот это мое, вот это твое, вот это мое, вот это твое. Ну, типа, по очереди будем пекать предметы, продукты. Так же будет получше и будут использованы все продукты. Ну, я не знаю, спросите у нее. Делай. Вадим! Нет, просто много больше оставляли у консьержа. Ты понимаешь то, что будут использованы все продукты, если мы будем пекать по очереди каждый? Я сейчас пиццу, блядь, с домино закажу, нахуй, все, блядь. Почему он такой недовольный? Он заебал, блядь. Слышишь? У него я же говорю, какое, какое время месячные, блядь, слышишь? Какие-то. Да. Никто не хочет использовать кукурузу. Ебать, думаю, наверное, это соус, блядь. Это майонез, просто на английском написано, блядь. Майонез. Ром. Майонез. Предлагаю каждому пикнуть по очереди продукты, чтобы не оставались... Фу, блядь, ебать, майонез, ну, уёбище. Вот так вот, кукуруза. Просто. Согласен, блядь, охуенно денег-то. Спасибо, что... Блядь. Спасибо, что в отличие от этого ебана хотя бы что-то прикольное. Да он заеб... Надоел мне. Да, я вас слушаю. Ты с кетчупом и майонезом? Да. Ну просто оставьте у нее и все. Мы же с вами пообщались. Оставьте роспись, не сомневайтесь. Давай тебя размазать? Нет, блядь. У меня идеальная консистенция. О, давай тебя размазать. Соус тысяча островов. Мне нужно, знаешь что? Мне нужны приправы. А ты вот этот майонез добавлял? Нет.
Не надо, блядь, мне добавлять суп. Все, мы не берем ингредиенты, все, тогда майонез запрещен, да? Дай мне, пожалуйста, приправу какую-то. Какую приправу? Приправу, чтобы было как-то... Ну нахуя ты руинишь, сука, ебаная? Блядь, какая ты свинота, слушай, сука. Слушай, у меня еще есть этот тарт. Еще тарт, фу, нет. Давай выгоним нахуй. Ну, ты уберешь это хотя бы, блядь? Свинота московская, блядь. Ром, дай тряпку. Ебанашка уже пролила кетчуп. Это ты так забрал у меня кетчуп. Короче, я готовлю в другой комнате. Слышь, Ром, можешь стать пациентом? Ну, блядь, ебанушка, блядь, решила покапать нахуй. Не, между вами я хуй стану, блядь. Встань между нами, пожалуйста. Нет, нет, блядь. Она мне будет руинить. На, убирай пол. Или гордая, блядь. Короче, хорошо, мы пикаем продукты? Нет. Кроме майонеза и кетчупа. Пикайте. Давай, Наташа, с тобой тогда. Сахарный человек. В смысле, а он что, пикать не будет? Ну, ты, блядь, видишь, что нахуй этот, блядь, злой нахуй. Понятно. Я, блядь, Эвелон, нахуй. Да, он постоянно шутит нахуй. Пиздец, заебался, слушайте, это хуйня. Да вы заебали говорить, что я злой, нахуй, я добрый, блядь. Нет, злой очень. Просто жалко, блядь, Литвин, нахуй, спалил машину, блядь, а я спалил тут Стив, нахуй. Тут заебал, да? Тоже, блядь. Хорошо, что ты в отеле живешь. Да. Все время с ним. Очень хорошо. Угу. Кстати, я заебался сегодня ее будить, нахуй. Ну, вам на ресепшн. Ну, у меня беззвучный был, Вадим, я не слышала. Кто беззвучный? Я, блядь, беззвучный, нахуй. Я не слышала твоих звонков, как я могу проснуться, блядь? А, я понял, блядь. Точно, я раззвонил тебе в ухо, блядь. Сахарный человек. Ебать, у нас красиво выглядит, у него хуйня. Да, у него параша какая-то. Давай, Ром, блядь, сделаем с тобой, блядь. Кстати, я пекаю обычно оливки, я пекаю. Сахарный человек. Это черные оливки. А я тогда вот эту пепперони. Фу, блядь, кто? Блять, оливки это вообще полная хуйня. Да ты хуйня. Кто ест оливки, блядь? Это охуенно. Человек с тебя не уважает, блядь. Просто, блядь. Пепперони, я тогда вот эти. Так, а вас он на пробу? Опа. Так. Ну что, забираем мы, тебе не дается, не остается. Пошел нахуй, у тебя вот пицца готова, блядь. Так, ну я чё, блядь? Мне похуй. Я, блядь, чё, я, блядь? Я просто человек, я просто скажу вам, что вы ебаные хейтеры, блядь. Бекон еще остался. Ебаные хейтеры, блядь. А чё, блядь? А мне похуй, блядь. Вязание ничего не осталось. Ну как ничего, надо все до единого, мне кажется, пикнуть, нет? Можно пикнуть, а остальное, то, что осталось, короче... Вадим, реально. Достаньте вот эту колбасу длинную, огромную, я ее беру. Давай. Ну, меня, бля, в груди. Это мое. Чат, как сделать камеры? Так нормально или сделать наоборот? Нас поменьше, а стол побольше. Мне кажется, нахуй никому пиццы не нужны. А у тебя камлинк есть? Ой, это не камлинк, а стримдек. Типа, можно слышишь? Было бы переключать, знаешь. Что-то. Ром, переключать, да, у меня есть. Смотри, сейчас прикол ебану. Нет, не надо. Не, ну то есть нахуй. А, там твоя пицца тоже не... А, ее видно, осуждаю, блядь, нахуй. Ты тупой, блядь, что ты осуждаешь, блядь? Это буква Е, типа, или он. А. Оливки, ебать, их. Сахарный блядь. Человек. У нас музыка будет. Блять, включите музыку нахуй. Да, я включу. Давай, давай Трейса Скотта. Открой. Я пупи. Все, я включаю Эксайл. Эксайл, а нет нормальной музыки. Блять, это АП какие-то, знаешь, для влогов или что, я не понимаю. Бесплатная музыка без АП. Чёрка есть? Чёрка есть? Что, бан? Чёрка есть? А что они осуждают? В смысле донат? Чёрка. Осуждаю. Что, что, что? Не было доната. Осуждаю, осуждаю. Ничего не слышал. Я тоже ничего не слышал. Ромочка. А был донат вообще? Был донат или что? У меня же нет доната. Ромочка, дай мне терку, пожалуйста. У меня же нет донатов. Я не знаю, у меня... Сахарный человек. Терка как-то есть, блядь. Не можешь найти терку, пожалуйста, сейчас? Где терка, ебать ее? Сахарный человек? Кто я, блядь? Вадим, а ты не можешь найти терку сам? А
Блять, это читерство использовать такую колбасу, блять. Почему? Потому что ее не надо резать. Ладно. Это хуета, блять. Вот у тебя видно сразу, пицца хуета. Потому что она шаблонная, блять. Блять, где тёплый? Она вкусная, Вадим. Она шаблонная. Она вкусная. Она шаблонная, нельзя быть шаблонным. Возьми ананас, Вадим. Я сама по себе, Вадим. Сейчас я возьму ананас, не переживайте, блять. Не переживайте. А кто будет тут тестировать, вкусная пицца или нет? Даша. Как раз с отравлением. У нее отравление, ей поебать. Отравление равно иммунитет. О, кстати. Сахарный человек. Даша, посмотри у себя в полочках там. У себя в полочках, в Москве, нахуй. Намек, чтобы ты съебывала. Есть терка? Есть терка, блядь. Дуршлаг есть. Давай его, блядь. Сахарный человек. Бля, сколько этому хлебу? Скажи мне, пожалуйста. Он сегодняшний. Ну ладно. Он сегодняшний. Утром привезли тут пекарня. Нету тут терки. Ну, о, заебись. Не, терка у нас есть точно. Жопу ставишь? Заебись. Сахарный человек. Смотри, ну, смотри, ебать, у меня пицца называется «Бесконечная любовь». Вадим, ты проиграешь в этой войне, блядь. Блядь, у вас нет шансов, блядь. Ты ты уже на префе проиграл, ты вообще не стараешься, Вадим. Ты охуела, ебать? Дырявка, сука, мелкая, блядь. Ты бы старался хотя бы, не знаю, ровненько, знаешь, типа, проявил, блядь, усилия, уважение к своей пицце. Блядь, у тебя хуйня шаблонная, блядь. У меня «Бесконечная любовь», блядь. Ты понимаешь, то, что когда я буду, чел, допустим, скажи это охуенно. А, ты долбоёб, блядь, вот тёрка стоит, сука. Вот тёрка. Перед тобой, блядь. У тебя камера не работает, слышишь? Да. А, ну, я, блядь, только что искал тёрку, блядь, которую нахуй. Лежит на столе, блядь. Сейчас, секунду, какая. Сахарный человек. Вадим, устарайся. Ты чё, блядь, вообще ебанутая, нахуй? Ты понимаешь то, что... Вадим, так никто не режет. Иди нахуй. Не надо вот так. Моя пицца, блядь. Мои правила. Да как ты будешь, блядь, ее есть? Скоро, что ли, будешь хавать? Убери нахуй твои руки. Да я вижу камеру, ребят. Убери руки, блядь, я сказал. Сейчас. Вадим, если вот так вот ее резать, вот так, у тебя кусочки, чуть падает по тесту, понимаешь? Потому что это тяжелое. Бля, он вообще не понимает ничего. Сахарный человек. Иди в камеру. Я ищу, я не могу подключить. Да не ты. Я просто одна стою, как дура, блядь. Почему? Ну так и есть, блядь. Ебать, мне, блядь, можно доминус уже идти работать, блядь? 5 секунд, нахуй, пицца готова, блядь. Прикинь. Ладно, не буду, блядь. Вчера про фильм хотела рассказать. Пиздец. И вчера ольный фильм смотрели, слышишь? Я в телеге выкладывал. Полтора метра что-то, блядь. Угар вообще полнейший. Блядь, что, сука, я так ржал. Ты где, блядь, наступил на провод? В смысле? Ты, блядь, споткнулся о провод. Да, я понимаю, я это включил. Сахарный человек. Блядь, там чел умер. Этот... Говорит, типа... Я, говорит, его больше никогда не увижу. Он такой, почему? А на раку болеет. О, осуждаю, ну ты тупая, да, что ли, блядь? Нет, она не болеет раком. Там просто смешной фильм отстояла. Бля, Наташ, ну ты такую хуйню несешь. Ты просто тупой муравей, блядь. Я перепутала, что ли? Ты перепутала, конечно. Ну ладно. Она не болеет раком. Короче, фильм «Медведь друг от друга» называется. Блядь, сука, проблема, нахуй. Блять, ебучая проблема. Ламба или фера. Вот это не работает камера? Не, да. Так у тебя тут криво, потому что провод стоит. Я его нормально сказал. Это вообще зарядка. А, ну у тебя заряд не работает. Эль, примеру. С огромным фером. Ну выключи ее, включи. Но она же должна вот здесь вот гореть экранчик. Да. Давай, открывай печь. Вот, подожди секунду. Она сейчас должна заработать. О, собрались. Это пицца
Ужасная пицца. Олицетворяет просто стрёмно. Контент Гинсухи. Вот там духовка. Нет, тебе смотри. Нет. Ой, бля, что ты обосралась? Ты что, не переживай, если бы ты отключил. Бесконечная любовь. Давай, открывай духовку. Звук почини. В смысле звук, блядь? Что со звуком? Пойди. Охуеть, а что со звуком? Бля, самое смешное, что чел просто кетчупом намазал корм и стоит ебать. Что со звуком, алло, бля? Алло. Самое охуенное в готовке пиццы, это просто хавать ингредиенты. Ща, починю, секунду. Это пиздец какой-то, Вадим. Я в тотальном шоке, блядь. Никогда пиццу хуже не видела. Как увидишь? Она бы сказала про тебя. Что, тебе смешно, ама? Вот так и будет, блядь. Нихуяная пицца. Я понимаю, я ее буду есть с удовольствием. Давай печку. Нет, я сейчас... А то что-то духовка, блядь, не включается. Я сейчас надеюсь, то, что Рома... Наташа, если ты вымажешь худи... Не вымажу я худи, я аккуратно. Я тебе просто... Ча, нормально или нет? У тебя пизда будет. Я могу все снять и... А, голос-то? Ну, давай. Ну, нет, блядь. Ну, бля, отведите секунду, пожалуйста, на меня. Все, мы ждем. Рома, мы ждем. Рома! Рома! Алло, нормально слышно? Блять, какие-то постоянные неполадки, скажи. Пиздец. Все, пофиксил? Блять, наконец-то. Красава, поздравляю. Ничего, что я у тебя на дощечке лежу? Да ничего, блять. Поебать. Бля, а понимаете, фишка заключается в моей пицце в том, что пока вы еще голодные, я уже сыт. Так ты ее не ел еще. Ну так я же ел бургер. Вот. Он всегда такой ебал. Да. Знаете, как Лёд. Отличается умный человек, блядь, от двух ты. Ты-то откуда знаешь, блядь? Шум теперь, да блядь, что за хуйня? Модер, напишите, нормально или нет? Я пойду буду. Точно блядь. Нормально? Телеграм, что я уже закончил, блядь. Пока вы еще нахуй не начинали, блядь. Нормально, но слышно. Короче, чтобы вы понимали, пока тут ни одной пиццы еще не готова. У меня уже готова. Я уже сделал, блядь, и можно трапезничать. Пицца называется «Бесконечная любовь в тумане». А вы, блядь, дали название своей пицце, нахуй? Нет, блядь. Вот идите нахуй, блядь. Гений, филантроп, долбоёб. Это я, блядь. Бесконечная любовь в тумане. В тумане, потому что, блядь, все в жизни бывает не просто так, нахуй. Не бывает, точнее, в жизни все просто так. Тут вроде постановка другая, и фраза кардинально меняется. Давай тебе кукурузу туда насыпем, слышишь? Я тебе насыплю кукурузу. Слышь? А кукурузу это типа... Включите музыку. Нет, мне нужны ананасы. Кукуруза это не нет, новость. Ананас, сладости жизни. Ананас. Кукуруза тоже... Нет. Смотри. Ананас. Ананас, срочно. Вадим, нежная кукуруза, это что значит? Нежная кукуруза. Тебе нужна еще нежность и любовь, понимаешь? В любой пункт. Нет. Да. Пойди. Да. Где да. Моя колбаса? Блядь? Дай нож большой, я сейчас ебу. Большой нож мне нужен, погоди, блядь, дай колбасу. Дай я его ебану. Дай колбасу нарежу. Не кидай ничего! Не кидай, я сейчас в пасть засуну всю эту кукурузу. Куда? В пасть твою. Режь маленький. Блядь, он сейчас... Такий... Он вообще ничего не умеет. Вообще, блядь, ничего не умеет. Пиздец, даже просто... Порезать нормально ананас не может. Это вообще какой-то беспредел, блядь. Ё, ты видел, как он его хуйнул? Да, видела. Быстро нахуй отдал ему нос, сука, дырявка. А чё, один нож, блядь, на всю квартиру? Надо всем делиться. Ладно, я буду ломать, блядь, оливки. Пиздец. Буду их сминать вот так. Фу, блядь. Да погоди ты, блядь, секунду, сейчас. Ну зато будет...
Ты охуела? Только попробуй худи кинуть, блядь. Ебанушка, блядь. Бля, сейчас пиздец. А музыка-то будет? Включи ее нахуй, пожалуйста, все, блядь. Ну кто так режет, Вадим? Ебал автопила в пол, блядь. Вадима! Забей. Какого пиздец. Вадима, блядь? Позвать кого-то? Вадима точка нет. Почему нет? Когда вот он, блядь, стоит. Ебать ты дура, пиздец. Эй, йоу! Ты знаешь все обо всех? Ты думал, что я сдулся, думал. А попсел, кто тебе поверил программе дабстепа? Кто, если не я, кто ты? Угу. Не буду говорить, кто. Кто? Дровосек. Так может, это ты дровосек, блядь? Пиздец. Так, на пробу. Ананас. Или мы ее? Вот такая шутейка залетела к нам на радио. Kiss FM, ебать. Все нормально? Блядь. Дим, тебя не видно, блядь, иди сюда. Меня не видно? Это потому что я невидимка. Ладно, не буду продолжать шутку. Опять он встал сюда, пиздец. Я забейте, блядь, это не закончится никогда. А моцарелла есть? Да. Оу. Ананас хуета, кстати. Ну что ты хуета? Ананас 192, блядь. А почему она нас, блядь, а не мы ее нахуй? А в пепер... А в пепперони какой сыр добавляется вообще? Вопрос. Какая разница, блядь, у тебя что, пепперони? В пепперони добавляется сыр, сыр по пердели. Жирный. Да, Вадим. Я, блядь! Охуела, блядь! Сыр... Это жирный... ты, блядь, жирная. Жирный сыр написано, блядь, Вадим. Вон. А ты его оскорбляешь, блядь. Ебанутая, блядь. Просто тучный сыр, блядь. В Африках свой хесус, блядь. Минус 12 ляма на весу. О, блядь. Лена, пойдёмте. Я, блядь, умею. Воду сольём. Это рассол. Это там, где я нассал туда. Из грибов. Он, блядь, откуда появился? Бля. Пара-пара-пам-пам! Печь готова? А? Да. Подойди. Ты уверен, что она готова? В смысле, блядь, что ей, блядь, готовится нахуй? Вот, ты эту хуйню включаешь? Подготовь ее. О, у тебя с кукурузы, слышишь? Нижняя кукуруза. Слышь, а зачем ты скорость, блядь? Скорость? Ты же не знаешь? Она же крутится вот так, как микроволновка. Что крутится? Духовой шкаф. Фу, а у вас сок есть нормально? Ты не знал? Она так крутится. Короче, я забыл, как ее включать, слышишь? Проблема. Можно микроволновку? Эй, примеро. С огромным хером. Чё, просто сыра нет? Ебать, сыра хуйнула. Пицца с сыром. Блять, тут вообще невозможно пройти нахуй. Что сделал? Он кидается, блядь, продуктами, долбоёб! Он говорит, чего у тебя не хватает, блядь, и кидает тебе на пиццу. Пиздец просто. Давай. Сука, ты такой ебанан, блядь. На три лучше сыр! Что-нибудь сделай! Вадим, оттри туда сыр. Пиздец, у него, блядь, как будто свалка, знаешь, как будто мясо, блядь. Как будто мы со своих пицц что-то скидываем. Ты можешь на ролик делать пицца за 500, 5000 и 50 рублей. Да, конечно, шеф, сейчас открою секунду. Блядь, ты хоть что-то умеешь? Так это виноград, блядь. Вы, вам не видно, блядь? Сейчас в телегу. Виноград соевым соусом. Я же в телегу, блядь, скину нахуй. Ах, ты пиздец какой-то нахуй. Ну, блядь,
ты еблан! Нахуя ты это сделал? Ай, блядь, хуй! Только не в меня! Заебал! Мне тоже хуй, ну все, ладно, ладно, все. Все, больше не буду. Пиздец, блядь. Больше не буду, блядь, а больше и не надо, нахуй. А еще телефон, блядь, здесь. Ой, блядь. У меня... Сука ты ебаная! Ты мне испортил пиццу! Я только сфоткать хотела! Ты на мою, блядь, посмотри нахуй! У тебя хотя бы убрать можно! Он меня просто насрал, блядь. Он просто насрал. У меня выглядела нормальная пицца, но этот долбоёб, он мне всё просто захуял. Блядь, себя не жалеет и никого, блядь, не жалеет. Пиздец. Пиздец. Ты уебан! Что? Я расстроилась. Не расстраивайся, блядь, размажь. Размажь, чтобы это, ну, типа... Что? Красиво ты получилось. Типа как вишенка на торте. Ой, блядь, я видимо, какой же ты еблан. А ты говорила, моя хуёвая. Блять! Ты за там кукурузы хотел муж добавить. Вадим, хватит! Она вкусная. Заебись. Если что, вот еще есть коржик. А есть компотик и карамелька. Иди три нахуй, кота. Два кота и одна кошечка. Мяу. А что у тебя грязные штаны? Походу она обидела, слышишь? Думаешь? Блядь, ты такой конченый, ты пиздец. Да похуй, доготовим сами. Блин, она сейчас поплачет минут 10 и придет. Наверное. Ром, ну не расстраивайся. Это же батл, блядь. Нужно выиграть любой ценой. Минус конкурент. Остался только ты. А мне еще много ингредиентов. Мацарану любишь? Отстань. А чё она жижа такая, блядь? Ну, потому что... Питьевая? Это йогурт моцарелла? Иди сходи. Зачем? Да ты долбоёб, блядь. Она переобидится и придёт. Да зачем ты? Она не обижается. Она шарит. Для готовку, блядь. Что на кухне, блядь? На кухне это война, блядь. Пожалуйста, только не кидай мне в пиццу, блядь. Хорошо. Чем мне, может пойти между ног полезать, чтобы все было лучше? Бля, у нас, конечно, пиздец хуёвый. Я заметил, блядь, потом как ты его хаваешь. Выброси это теперь куда-то, ну это пиздец. Ну нахуя ты испортил пиццу, блядь? Ну, блядь, тут можно все убрать. Смотри. А куда можно все убрать? В мусорку. Можно к этому соку? Ну, там ножка есть. Смотри. Нет. Я человек, который умеет исправлять все. Вот видите, блядь, сейчас будет как было. Блядь. Несы, блядь. Компот, блядь. Возьми под раковину лучше пакет отдельный мусорный, чтобы выбросить потом сразу. Так мы это возьмем. Но оно просто протечет, оно протечь может. Протечь. Но. Блять, ёбаный ты, сука, дуралей, блядь. Есть там? Нет. Сейчас там обычно есть. Не выбрасывай в тот, погоди. Так там наоборот снизу есть дно. Оно не протечет. Потому что оно будет падать на другие продукты. Нет, не надо. Блять, а где? Секунду.
Не надо новый. Да все, выбрасывай, поебать, блядь. Нет, это новый точно не надо. Да оно там завоняется, блядь. Мы заберем. Смотри, блядь. Ты сейчас охуеешь. Чат, у меня, блядь, глаза разбегаются, но... Смотри, блядь. Есть салфетка? Нет. Нет салфетки, блядь? Нет. Как это, блядь, нет салфетки в доме? Смотри, блядь, у меня, считай, новая. Алло, блядь. Не смотри, главное не смотри на то, что он сел. Подвиньте. Чё ты, блядь? Чё за хуйня? Чё вы такие нытики, блядь, ёбаные? Не смотри на неё, не заморайся. Бери новый корж и делай. Мы чё, мы делаем контент, блядь, или еду, нахуй? Вообще-то еду, блядь. А, мы делаем еду? Ну, мы делали еду, блядь. А, хорошо, ребят, блядь. Тогда я буду делать еду, блядь. Хорошо, блядь. Ладно, блядь. Извините, чат, блядь. Извините, блядь, чат, нахуй. Меня тут не понимают, блядь. Все. Он теперь направил чат против нас, блядь. Меня тут, блядь, не любят, нахуй, никто, блядь, кроме Юечки, блядь. А Юечки нет. Значит, меня не любит никто, блядь, здесь. Да? Конечно. Почему у меня в оливках волос? Чьи? Лобковые, блядь. Мои. Понятно, нахуй. На, блядь. Что хочешь сказать, нахуй? Хуйня? Блядь, ты хочешь сказать, это хуйня? Ну ты знаешь, что я, блядь, сделаю сейчас? Я показываю. О, блядь, ты там тарелку расписал. Я куплю новую. А зачем ты в этот, блядь? Блядь, как мне сыр тереть теперь? Теперь смотри, блядь. Как, блядь, только делать? Не соединяй! В каждой пиццерии так делают, блядь, если что-то пошло не так, ну. Уйди, нахуй! Я работал в пиццерии, бля, 18 лет, нахуй. Мастер, блядь, грандмастер бит, нахуй. Ладно. Я тебя прощаю. Схавала, нахуй! Распределяй, блядь. А мой помидор где? Черри? Или вот черри? А, все. А, да похуй на это. Так, нужно убраться. То кто-то ему намусорил. Кто? Кто, блядь? Спокойствие, главное спокойствие, блядь. Блять, это что, бесконечная губка, нахуй, в этом? Ой, блядь. Все, блядь. На этом, блядь, кукинг закончен. Приступаем к кукингу. Кто-то на мусор. Что смешного, блядь? Ну че, у меня просто... А ты еще гринного арсола, блядь. Блять, кто нахуй вдавил в нее столько фейри, ёбаный? Эту сказочную любовь. Несмотря ты нехуй на... делать? На все. И наплевать, что скажет. Слышь, сама. У него самый острый нож. Он спит за все ножи. Дайте мне, блять, ебучую терку. Блять! Сука! Блядь, тут долбоёб поставил, блядь, воду на проходе. Это Рома. Я не удивлён, блядь. Нужно убираться, блядь, потому что грязно. А где салфетки, блядь, теперь? Ты сказал, тебе их нет. Я просто забыл, блядь. После каждого приготовления нужно убирать поверхность, на которой ты работаешь, блядь. Вадим, знаешь, у нас, блядь, поверхность, на которой мы ходим, блядь, еще грязная. Она липкая, пиздец, потому что Вадим на нее, блядь. Блядь.
Ебучий сыр, в прямом смысле, блядь. Нахуя ты туда это? Он убираться решил или что? Видишь, что он делает, блядь? У нас, блядь, плавучий стол теперь, блядь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дырка. Она протекает. Хуёво, когда протекает. Блять. Думаешь? А гауда это нормальный сыр для этого? Да? Там щель, да, ребят, там щель, блядь. Я давно хотел купить новый стол, блядь. Спасибо Вадиму, что мне помог, блядь, с этим. Пожалуйста. Ускориться. Тряпку надо будет вытянуть, кстати, будет. Хорошо. Блядь, тут что-то случилось, погоди. Камера выключилась. Отключи. Я не знаю, блядь, как. Что-то, блядь, случилось. Что-то либо заделось, либо... Я не трогал. Попробуй ее выключить и включить там. Кругляшок впереди там. Ты думаешь, у меня не такая? Чё? Или подключи. Вообще. О, включи на зал, твой бог. Эй, йоу! Так, теперь мы будем тереть сыр. Вода, а блядь. У тебя есть тапочки? Блядь, ты да, себе оазис надо свои отдать. Давай мне. Блядь, мне кажется, она откажется. А! Нихуя? Это что, тоже от прошлых хозяев остались? Да иди нахуй. Осень теплая. Конечно, блядь, я не стоял, тут типа, полы с подогревом. Понятно. Что-то не чувствуется. Не чувствуется. Чувствуется? Я думаю, что оливковый сок так быстро высох. Там просто пол черный, блядь. Нет, тёрка это хуйня, конечно, блядь. Вадим, тебе сыра не надо еще чуть-чуть? Вадим, это самое главное. Вадь, чуть-чуть сыра. Что? Я тебе налью. Вот эта хуйня, это самое главное. Скинь себе чуть... Блядь, нет! Да ёбаный ты в рот, сука! Ты заебал. Подходящий момент, знаешь, он скидывает мусор. Блядь, ты посмотри, как он режет помидоры, блядь. Это брови, блядь. Это как сизд арбуз, блядь, вот точно так же. Камера, кстати, блядь, только на нем. Молодная лучшая пицца в мире, бля. Мне кажется, так лучше всех. Бля, ты что ты? Так. Ням-ням. Отзеркаль, смысл? А, он делает человечка, слышь? Что отзеркалить? Меньше, блядь? Мерч, блядь. Меньше? Которая поменьше? Давайте сделаем камеру реально только на Вадима. Похуй на нас. Аккуратно, Наташа, она отключается постоянно. Мне надо еще кусочек колбасы. Сахарный человек! Сахарный человек! Нет, отстань! Я занят. Сахарный я занят! Все, заебись. Что ты орёшь-то? Я что, не понимаю, что ли? Так. Сочувствую. Какое-то животное какое-то ходит, блядь, в стороне отпустой. Что-то что он делает? Он какого-то чебупеля, блядь, делает. Слушай, я его писю кушневым. Блядь, я тоже. Мне кажется, никто не будет. Порвался рот, блядь, от улыбки. Эй, чат.
Бля, вот это прикольно, не? Не позорься, блядь. Согласна. Фу, фу. В смысле фу, блядь, покчамп нахуй. Это охуенная пицца у меня. О, российский сыр. Российский. Нихуя. Ты сметану? А, я чат озеркалил, пишите уф, да? Я чё, откуда сыр взялся? Ты видишь, он просто в пиццу, он в пиццу оливку, блядь, вставляет, блядь. Скоро её, знаешь, как тесто месит начнёт. И будет говорить, что это какой-то пирожок, я не знаю, блядь. Шутите, шутите, лузеры. Бля, короче, предлагаю такую тему. Сделать что-то, чтобы нам всем телеги продвигать. Ну, типа, раскручивать. Типа, между собой. Хорошо. Какой-то... Иди нахуй, блядь. Я делал пиццу, можете раскручивать. Ромина пицца. Моя пицца. Не, типа, какие-то задания, что-то такое между собой. Типа, и каждый из телеги в телегу перекрыть. Чё, ебать, хуёвая, хочешь сказать? Пиццу хуй. Прикольно. Бля, спасибо, что он не добрался до моцареллы, блядь. Дай моцареллу? Да. Нет, да. Волосы. Мне волосы, дай. Сейчас дай. Тебе нужно давать. Нет! Я добавлю тебе сейчас нахуй. Сейчас, сука ебаная, тебе пизда. Твоей пиццу пизда. Все, я сейчас вытираю руки, блядь. О, у нас есть капуста. А нахуй она нужна? Какая капуста? Вот, качан. Для бургера. Нихуя. Я все на пиццу. Петра, о, салат, нужно добавить бекон. В мой живот. Вадим, я тебе сок. Есть яичница? Так, дай мне моцареллу тоже, я тоже буду моцареллу. А что на, это слей туда в раковину и... Что мало? Моцарелла много не надо, она добавляется только для того, чтобы этот... Чтобы тянущимся сыр сделать. Нихуя. Вадим, его надо жарить. Что здесь сказал? Заебись. И так сойдет. Блять, опять камера выключилась. Ну что ж ты будешь делать? Включать. Нагреется, пиздец. На из-за этого может. Плюс глисты. Ну, она в плитке. Ты ее так будешь делать? Да не, оставь мне. Я все. Гений, филантроп. Долбоёб. Долбоёб. Блять, я забыл майонез. А ты чё сел отдыхать? Я забыл майонез, сука. Я всё. Нет. Надо ещё я что-то делать. Я забыл майонез! А где майонез? Блять, весь вроде... кухонный гарнитур в майонезе, блять. У нас вроде три было. Нахуй ты отвечаешь так сильно? Я не знаю. Европейский майонез, блядь. А где полотенце? Надо в конце моцареллы. Ну. Что-то, блядь. Что? Полотенце. А. Ой. Ой, блядь, сука. Что? Бекон? Фая. Блядь, ну ты все запорол, пиздец. В смысле? Внешний вид не прокает, блядь. Согласен. Я так же выбирал. Да не добавляйте сыр в начале, вот что он, блядь, сгорит у вас. Всегда сыр добавляйте. Я буду у микроволновки. В начале. Я буду в микроволновке греть, но ничего не сгорит. Иди ставь свою. Поебу настучали. Иди свою ставь, Наташа. Не трогай сыр, блядь. Не добавляйте сыр в начале, он, блядь, сгорит. Его чуть-чуть надо добавлять. Он горит, ку-ку-ку-ку. Чтобы он закрепил просто всю пиццу. Чуть-чуть его нужно добавлять. А все остальное... Тик-так! Иди ставь свою. А как? Куда? Вот, духовный шкаф там, или как он? Духовный. Ебать! Духовный! Духовный шкаф!
Ну иди ставь. Да как? А, ну на противень надо тебе, да? Да, мне нужно противень. У меня противень, блядь, состоит из вот этого. Возьми, что-то сделай. Я вот читаю комментарии в телеге, блядь. Мне пишут, что охуенная пицца. Конечно, блядь. Гений, филантроп, долбоёб, всё почему. Человек пишет, все, можно в Доминус идти. Ебать! У меня самые нахуй лучшие в мире подписчики. Там так же хуёво готовишь. Бля, Вадим, еще раз, выключи свечи. А? Еще раз камера. Камера Марктор, блядь. Чего она выключается? Что такое? Ну, перегревается, видимо. Че там холодно? Переохлаждается. А у тебя есть хуйня, это пергаментная бумага? У меня есть хуйня. Нету, у меня есть масло. Я с ней приехал, Толи. А можете есть где-то? Нету. Спроси у Даши, пожалуйста, должна быть, меня, потому что уже да делали. Да не, я Дашу не хочу трогать. Я потрогала ее уже просто. Ну, масло, в принципе, можно мазать. Ну да, вот есть масло. Где? Вот тут. Какой сливочный? Блядь, они не кричат, короче, мне нужен чат. Что, дурачок, что ли? В смысле дурачок? Сливочное? Подсолнечное надо. Сливочное? Подсолнечное. Сливочное? Вот. Так сливочное надо чат или подсолнечное? Подсолнечное, чтобы смазать противень, блядь. Да, что я захожу в чат. Чат! Оливковое пишет. Сливочное. Почему подсолнечное, блядь? Чат! Блядь, они сами не знают. Чат! Здорово! Ку! А чё чат умер? Кулахам здорово, петуха. Чего вы все из вебок-то вышли? Пиздец. Чат. Машинная, блядь, масса. Кул. Места мало. Слоумод 30 минут написано, слышишь? Что? У тебя стоит. Слоумод? Выключите нахуй слоумод. Чат. Вадя, скажи ему, его Диман рейдил и Хантик подарил сабок. О, нихуя, спасибо. А, нихуя себе, спасибо огромное. Дим, спасибо за рейд, Хантик, спасибо за сабки. Выключите сам мод, свой этот, блядь, слоу мод. Дайте в духовный шкаф поставлю все. Здесь ставь. А где духовный шкаф? Айоу. Ну, там в конце. Можешь обойти? Там в конце. Там в конце. Да. Надо нагревать? Да нахуй надо. Холодным захуя. Чат. А это микроволновка, блядь? Это ты тупая, блядь! Это шкаф. Это шкаф. Духовный, блядь. Чат. А чё он тогда старт я делаю, она работает как микроволновка? Там разные режимы, блядь, вот, потому что включила микроволновку там. Наташ. Попроси Дашу, чтобы она пришла к нам. Наташ. Я не знаю, не помню. У тебя появился конкурент. И чел пишет, можно тебе отсосать. Да нет, конкурент. Вообще не конкурент? Нет, вообще не конкурент. Да, ты заглатываешь нам. Ой, блядь. Что? Спроси у Даши, как включить, пожалуйста, потому что я не помню. Она мне объясняла, я не помню. Тик-тик-тик-тик-тик. Да, блядь. Что? Сейчас разберусь сама, ладно, я буду. Давай. Сейчас разберусь сама, ладно, будешь. Чат. А теперь песни народные. Мы будем петь. Сука, ёбаный гора. Будем петь. Включи. Что будем блядь, петь? Блядь, ты заебал. Ну, блядь, ну что я могу сделать? Уебан, блядь. Я тебе чё нахуй, сисадмин, блядь? Давай я там сяду. Нет. Ох, я сисадмин. Ты сосоадмин. Фу. Что, убери. Я буду сейчас слушать охуительную песню. Ебать, ебать. Привет, Дас! Посмотри мою пиццу! Спасибо. Это привет. Там тебе что-то нет.
духовку. У меня пицца, потому что пицца реально охуенная. У меня охуенная пицца. Бля, я бы грибов побольше поставил. Блядь, ты только эту песню узнал, блядь? Я прям от этого схожу с ума. Мне так наплевать. А ты огурцы не купил, да? Есть. Я только узнал, не буду. Маленький корнишоны. Ну вот, давай. В холодильнике. Где-то в холодильнике. Я сейчас буду петь дайфос. Что? Так они снизу, в этом. Да похуй, я просто подношу не нужно, а лево класс. А так охуенно! Фиксайло. Я, кстати, фиксал, но ни один раз не слышал. А по чуть-чуть не послушал? Что? Ты как, чуть-чуть не послушал? Так ты же сделал стори, что у него альбом даже вышел. Ты как-то не слышал? Ну, да, не... Знаешь, как это стори сделала сейчас? Как? Только для тебя, Мак. Ну чё ты издеваешься, Вадим? Я только раз. Это снималось на 30 минут, нахуй. Что у тебя оливки, блядь, в голове, Вадим? А нахуй они там, что они там делают? Я не знаю, что у тебя оливки, пожалуйста, блядь, в голове делают. Убери, пожалуйста. Пиздец. Ну не дергай! Да вы заебали, блядь, парочка ебучая, нахуй. Макака ищет, блядь, вши, блядь, у второй макаки. Мы открыли дверь. Ты не сомневаешься, кто говорит «заперем»? Теперь они базарят обо мне, но я перевожу каждое слово в новый куплет. Это значит, никакого коллаба с фальшивками. Мы кидаем гримерки по жидке. Весь персонал все пишет, значит, мне тоже плющи собственные чеки. Есть новый кос-класс. Любовь? Ну, фам, я давно не спал, не могли вниз, но я ловлю так, я готов взять это жило, да? Ну, как это сложно? Да, это пока не любовь. За вот этот новый айфон, ехаю под новый айбол. Время нам сходило на наклон. Снова разложу это так. Я прикрывался членом. Как и вечером. И доступ, как я могу не получить доступ? Разбавить, чтобы вы не накидали доски, разбавить. Рядом с ножом мы рушим лук, у тебя надо. А бамбл бизи? Пару минут, и я вернусь назад, и никакой печатный, я пристал, но это крайне. А, да. Это все, что мы делаем пару раз. Это все, что мы делаем пару раз. Кто, блин, дальше? Тебя как стать прийти? Ты пизда. Не могу поверить, что никому. Не могу поверить, мой старый характер убит, и мой внутренний мир, хоть сразу уперся в берег. Поэтому питание сердца. У микрофона нет ни планов. Задерживать мост, а рядом с тобой, это твои люди. Папа говорит, если умеет поменять кто-то в этом мире. Вот это и вот это и все? Я не знаю. Должна быть. Это все... Я приготовила сначала у Вани. Я бы ее вообще не готовил. А ты еще не поставил? Нет. Камеру я выключил. Ты выключил камеру? Ну, вторую. Так может эту спустить, нет? Логично. Не, стой, стой, куда ты, блядь, ломаешь? Вот этот. Сейчас включу самую. Вот это, да, крутишь. Только мире, придерживай, блядь. Придерживаю. Самая крутая песня в мире. Что пишет осуждаю? Лали лали пап, я не ныряю, да. Что за опрос, блядь? Лали лали пап, еще один брат. Лали лали пап, тает как шоколад. Мои крута, твой зад, я его фанат. Лали лали пап, ныряю в дабл кап. Лали лали пап,
Что у меня за опрос? У меня... Осуждаю опрос, это шутка. Это экзотика, вишенка на торте. Ты как Калибонга, чилим на рисоте. Отморозки полны, твои лайфа. На меня дам так, твои лайфа. Еще один трак, твои лайфа. Тает как шоколад, в моих руках твой взгляд. Я его фанат. Наташа, когда она разогреет? Ну как весело, блядь. Я не могу. Вот, если что, же мы обидим? Охуеть. Просто разогрей, давай. Стрим-инсайт. Макривский, Вилон и Генцуха проводят совместный кухонь-стрим. Комменты. Так. Первый коммент. Twitch.tv Макривский. Второй коммент. Как бы похуй, да? Как бы похуй, да? Второй коммент. Скажите им не трогать блендер. А что такое? В чем прикол блендера? Не знаю. Блендеру привет, остальным соболезную. В чем прикол? А в чем прикол блендера? Я сложно знаю. Как бы все слова верят? Там пост ниже. А, понял. Короче, чела дали бан по ОП, знаешь, типа это жалобу, то, что он включил блендер. Типа, я тут написали, что это трек Скриликса. Скриликса. Это реально кто-то смотрит. Ему отвечает 13 500. Он отвечает: у 13 500 людей жизнь пошла по пизде, могу их поздравить. Ребят, вас поздравили, у вас жизнь пошла по пизде. Подарок, подарок, подарок. Что, это нельзя? Я не знаю, я просто горло. Нет, еще раз. Считай деньги, Марьянка. Что там, готовится? Да. Но работа не работает. Ну, больше поставь. Я сервер по Майнкрафту сделал. Красава. А ты ничего не ответил? Я две... Короче, чтобы вы понимали, я две ночи сидел, потел над сервером для Майнкрафта, блядь, для него. А он вообще никакого фидбэка не дает. Да он, я... он ничего не говорит, давай, типа, вот это сделаем, давай вот это сделаем. Вот и немного мы натянули, сутки малы мы летим на Олимп. Вы думали сдамся, но я лишь топил, по чаю спустил, делаю стиль. Работали много мы натянули, сутки малы мы летим на Олимп. Вы думали сдамся, но я лишь топил, по чаю спустил, делаю стиль. Работали много. Качаю! Не так это уверенно? Я на всех вечеринках его знаю. Я на всех лицах, мне похуй, блять. Бля, я придумал интерактив с чатом. Сейчас он послушает песню. Мне звонят из улиц, перестают ныть, я не улиц. Каким-каким крутим-крутим, любовь в тачке, но со вкусом. Кандилаки самый умный, кандилаки слишком душно. Холодно сердце и на запястье. Вот что набрали. Которая не у этого, не у Ганвеста, а другая. Ну, Рахима. Это Рахим. Зарубежная. Зарубежная. Он и говорил уже. Не зарубежная, русская. Еще одна есть.
О, самурая, блядь. День как понедельник, прыгнул в серый мэрин. Каждый день как понедельник, был быстрее тени. Даже не пытайся меня остановить, залетая в твою тусу, будто бас остановит. Забыл фандику, где она классно сидит, она идет в их кудри, я пытаюсь остановить. Смотри, каждый день как будто бы фильм. Все, все нормально. Моя дринкин. У него есть два режима, блядь. Ему либо все не нравится, блядь, либо... либо вот этот, блядь, режим. Сейчас я буду петь своего друга. Запай, не запай? Нет. Это что? Сейчас я буду. Во, вот она! Так это... вот это этот, блядь, Ганвест. Ганвест. Это Ганвест? Да. Где? Такая удовищная. На место. Ганвест, Ганвест. Газголик. Девочка с картинки, мне так нравится. В волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, она любит вечеринки. Девочка. Здорово, Пока. Что там, долго еще надо шпица? Да. Давайте будем прикольно. Ее ошибка, а уйдет в память и оставит лишь обрыки. Зайдет на пати и зазирует там все сливки. Нет, хотя бы что-то происходит? Нет. Так больше включи. И для нее не готов. Тебе в голову лезет. Эти строк для песен. Она не рядом, добейся. Но ты без добейся. Эта девушка с картинки. Мне так нравится. В волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. А люблю я. Блядь, я просто представляю, сколько у нас еще пицца будет готовиться времени, блядь. Девушка с картинки. Мне так нравится. В волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, она любит вечеринки. Девочка. Нафиг туфли и падающие кроссовки. Я сейчас схожу к Даше. Нет, я включила кружево. Вроде бы. Да. Мы тогда готовили, за 15 минут все было готово. Но я же знаю, что у нас будет в концовке. Бью ее тело, сладкое будто нутелла. Снимаю с нее мотелло, чтобы применила. Это бэй мечта. Ты такая одна, но в одном ты права. Между нами провал. Эта девочка тот, круче ее фотошоп. Если будет как лох, ты для нее не готов. Ты без головы лезет. Что? Эти строки для песен. Они ребят для песен. Нихуя не слышу, у меня тут, блядь, колонка нахуй. Я тут нихуя тебя не слышу, Ром. Только не делите нас на половинке. А его как-то можно убавить? Она любит вечеринки. Девочка. Ой, я убавила колонку, слышишь? Говори. В волосах ее резинки. Только не делите нас на половинке. Я не убавила. Я люблю ее, она любит. Ты просто закрыла динамик, блядь. Девочка. Ебать, мне кажется, если уши закрыть, это будет намного громче. Гениально. Перестань слушать музыку. Ебать, охуенные песни. Влади кушать нельзя, реально. А номер 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8. Знаешь, что песня? Да. Я все знаю. Целуй пишет. Пишет целуй. Пишет целуй. Блядь, нет, только не это. А, бля, куда? Камера вырубила. Там нет плохих слов? Я просто видел, как ты вчера Mumble Text открыл. Что? Я просто видел, как ты вчера мамбл текст. У вас ужасная духовка, это пиздец. Она нормальная, блядь. У-у-у-у. Ты чё, охуела, блядь? Она не готовит. Можешь позвать Дашу, пожалуйста, она поможет. Бля, она бедная. Ничего страшного, придет на 2 минуты. Она включила уже. Ладно, похуй, я забыл. Возьму это туда, на себя. Бедная Даша. Ну, жалко это. Ну, это что, да, ладно, это что? Да, вообще не жалеет Дашу, пиздец. Не жалеет. Сам разобрался. Кстати, меня снова с нею танцевать. Мне надо более пободем с ней опять. И не надо после этого на с ней искать. Не пускайте меня снова с нею танцевать. Бля, ебать, какой на себе. Ебать! Гениально! Я придумал! Я учу английский и пою английские треки. Все. Я сегодня начинаю учить английский. Бля, у меня еще друг преподает английский, это вообще охуенно. Что?
Что, друг? Сейчас я ему напишу. Я, короче, выучу английский и буду петь английские треки. Не так, как Амир. Сейчас напишу. Все, теперь тебе лет 100. Где ты сядешь? А, на вот этом. Я бы тебе отвязал. Ага. Она типа не греет, я так поняла. Без понятия. Ну типа. Я написал. Все, там ебать. Типа тепло, но не 180 типа, градусов. И не 230. Двигайся. Подвинулся. О, это вообще охуенно. О, ебать балдело. Целуй, пишет. Целуй. Нет. Тут Даша ты чё, охуела? Даша, она сказала целуй, блядь. Пиздец. Чего? Она сказала мне целуй. А? Ну, чат пишет. Опа, схаваешь, Вадим? Вадим схавает? А ты схаваешь? Что? О, Вадим. Не понял, почему они с Дашей пошли в одну сторону. Я сейчас не выкупил. Девочка с картинки. О, мне чешется что-то. Ой, сейчас я разберусь. Чат, меня опять оставили одного. Бля, это пиздец. Когда он хуйнул... Короче, когда он хуйнул этот... Оливки, я понял все, блядь. Осуждаю, блядь, вас, алло. Что трейд? Плюс трейд, блядь. А Вадиму нельзя трейдиться, блядь. Вадиму трейдиться-то нельзя, блядь, не получится. У него сейчас... Он будет пытаться, у него уведомление, блядь. Тройничок. Бля. Это девочка с картинки. Она захуела. Пизда. Я. Меня все бросили. Одиноко. Хочу плакать. Так глубоко. Меня бросили друзья и девушка. А теперь у меня есть только оливки. Короче, она меня отсосала, я решил ее простить. Что она тебе? Отсосала. Ну, конечно, за 52 секунды, блядь. Угу. Скорострел 192, блядь. Попробуй. Блядь, ебать. Знаешь, что тебя можно теперь реально как-то обзывать, добавлять в конце 192, и это будет смешнее, блядь. О, духовка вроде заработала, слышишь? Пахнет чем-то. Конечно, Даша пришла, блядь. Да, она первый раз тоже приходила. А да, потом ты что-то начала. Это грибы. Здравствуй. Ебать, камень, походит на полет. Слабка Вадима, блядь. Капитан. Кто, блядь? Лобок. Ебать, у меня охуенная пицца. Не, ну человек говорит, что охуенная пицца. Она сейчас горит, кстати, слышишь? Да похуй на меня. And now I'm coming back. Brepene pain, mafu fule makape. Amare bay. Ore mane bodeke. Слышишь, ну, посмотри, может, она реально сгорит. Бля, почему у нас нет детектора лжи такого, как в России продается? Тогда игра охуенная. Говно. В смысле? А в чем игра охуенная? Прикольно просто. Но она типа тембр голоса берет и хуярит. Нет, это же на рандом, не? Не. В смысле нет? Это не она, короче, смотри, у нее есть кардиограмма голоса вот этого, и она его сравнивает примерно. Это хуйня какая-то, мне кажется, это просто рандом орг, блядь. Не. Я ее видел 5000 раз. Ну вообще рандом, это просто Вадим что-то уверен. Не. Кардиограмма голоса. Он что-то прочитал описание игры, короче, вот там типа кардиограмма. Нет, не что. У меня на телефоне есть. Кардиограмма голоса. Ну, понял. Сука, сейчас, блядь, преступление. Смотри. Нахуй, раскрываемость 100%, блядь. Смотри, детектор лжи за 5000 рублей, блядь. Пожалуйста, подождите. Смотри, блядь. Детектор лжи. Так, блядь. Давай. Так. Задавай вопрос, блядь. Сейчас я задам вопрос. Смотри, так, смотри. Давай я задам.
Нет, там не так, короче, понял, типа ты задаешь вопрос, потом нажимаешь кнопку и отвечаешь на него, типа я там не делал то-то, то-то, понял? Нет, я задаю тебе вопрос, нажимаю на кнопку, ты отвечаешь на него. Там не так. А как? Задай мне вопрос, и я, типа, отвечу один на него. Год. Ну, он долго... Давай, хорошо, я задаю тебе вопрос. А. Ты ебался с Гинцухой? Окей, давай, смотри. А сейчас сканируем. Тупой вопрос, блядь. Смотри. Я не ебался с Гинцухой. Смотрим. Сейчас проверим нахуй на правду, блядь. Поместите пальцы, я начинаю сканировать. Все, пошло сканирование. Да, пальцев. Сканирование пальцев, блядь. Тихо, дядь, ты чё, это же новая технология. Сканирование завершено. Пожалуйста, уберите пальцы. Так. Вы сказали правду. Ну, все, ебать, правда. Охуенно работает. Давай, давай Наташу теперь. Давай Наташу теперь. Блин, ну реально нормально. Да, я тебе говорю, видишь, что смотри, как охуенно контроль. Да. Нихуя. Давай Наташе я задаю вопрос. Давай. Давай. А, Наташа, ты ебалась с кем-то в Киеве? Так. Говори. Подожди, подожди. Тихо, блядь. Говори. Да. Что да, блядь? Ой, блядь. Ты должна была сказать, я ебалась с кем-то в Киеве. Не помещай два пальца, ебаные. Держи, блядь. Держи, держи, блядь, сука, ебаная. Как же он хочет, чтобы там была ложь, блядь. Сканирование. Так, блядь, сука. Вы сказали. А, блядь, видишь? Нихуя себе. Не ебалась, шлюха. Ой. Нихуя себе. Ладно, это если бы ебалась была шлюха. И что, блядь? А теперь давай. Давай, Ром. Давай, сосала у меня или нет? Нет. Я не... У тебя не сосала. Я у тебя не сосала. Подожди, ты доказываешь себе? Поместите пальцы, я начала начинаю сканирование. Ебаная хуйня. Ебать, она идеально показывает. Держи, держи, блядь. Она приподнимает пальцы чуть. Сканирование завершено. Так, блядь. Вы сказали правду. Ну все, блядь. Видишь, вообще хуйня. Вообще хуйня работает. Хуйня какая-то, блядь. Все, она все пиздит, блядь. Вообще ни одной ошибки. Кстати, факт. Подкрутка. Дай, дай теперь я. Пиздобол 192, блядь. О. Что, последний, блядь? Загрузка. Пожалуйста, подождите. Пожалуйста, подожди. Детектор лжи как сканирован. Так, мы сейчас сканируем. Что ты хочешь? Вадим, ты лизал у меня писюнчик. Чего, бля? Писю мне лизал, блядь! Ты так это сказала, уебищно. Ну я просто, блядь, да, я знаю, что кринжовый сказал. Все, можно мне проводить? Я даже могу не отвечать, смотри. А, можно не отвечать? Дядь, подожди, ошибка. Это получается, ты теперь писюнчик лиз, блядь, 192? Да. Писюнчик! Как же ты это кринжово сказала, блядь? Просто можно было сказать как угодно, просто как угодно, но не так. А что я сказал, блядь? Я просто... У меня, знаешь, миллионы вариаций было в голове, и типа вот... Я определилась на самом хуём. А у нас... Я ничего не отвечаю. Ну, короче, правда. Как назвать слово пизда? Так, у меня есть вторая программа. Вообще поебать нахуй. Я сейчас нормально, блядь, задам вопрос. Смотри. Вчера мне задали вчера вопрос. Блядь, пицца! Похуй. Блядь, на шкаф не похуй. Сука. Чат, вы что не напоминаете, блядь? Бля, а почему это не рандомный тут хуйня? Чё? Ну да, ты не была на готово уже, посмотри. Ну там сыр расплавился? Ну да. Да, слушай, как ты расплавился даже. Ну, пусть еще немножко.
Еще чуть-чуть. Еще минут пять, наверное. Ну, он, мне кажется, там слишком будет уже. Я не думаю. Посмотри, да? Смотри, как она выглядит. Там колбаса уже сдулась, блядь. Ты эту камеру выключила, да? Маленькую, да. Похуй. Блядь, а где перчатки? Еще минут пять пусть готовится. Окей. Она хочет испортить его пиццу, блядь. Ты, Настя, не читаешь, я читаю, блядь. Ты хочешь испортить мою пиццу? Нет, не хочу испортить. Посмотри, Вадим, она почти готова там. Да, Вадим, посмотри, она ебать, не готова. Ебать, 20 тысяч. Ром. Спасибо, чат, Роб. Писюнчик, тут, ты блядь. Ты можешь прорекламировать... свой телеграм. Нет. Ребят, короче, нет! Рома... Да. Нет, 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 нет. Ребят, если Рома соберется 100 тысяч в телеграме, то он красит волосы в розовый цвет. Угу. Не похуй. Модель, можете покидать ссылку на телеграм? Нет. Блядь, анмод нахуй всех. Анмод. Уёбок, блядь, на випе, сука. Боже, как... Криндель, ты уёбище, блядь. Мне похуй, я потом пересмотрю всех анмод нахуй. Так. И сколько у тебя подписчиков? Ладно, модеры, не бойтесь, сейчас я буду кидать, у меня нет. Можете потом отписаться, главное 100к добить, потом... Чат. Ясно, Даша, блядь, ясно, Даша. Ой, Даша, молодец. Блядь, ну такие уёбища. Давайте, вот, чат, я вам скидываю. Ой, это моя. Сколько добавилось? Пизда, блядь. 88 тысяч, 12 тысяч осталось. Но это по-любому объем за 2 дня. Не надо. Нет, объем. Да в пизду, блядь, в розовый цвет, не надо добивать, блядь. Не хуй обидеть. Я сейчас зал... Так ровно волнам, что один раз пизду. Просто где пишите, Йосип. Пизда чатом. Просто где пишите, Йосип. Йосип здесь, Йосип на месте. Мы с Йосипом вместе, блядь. Нормально, блядь. Мне кажется, твою пиццу уже надо доставать, блядь. 100%. Мы ее будем есть? Твою нет. Почему? Нет, ты обязан свою попробовать. Так я попробую, она охуенная будет. Блядь, а где чем доставать, сука? Руками. Ты чё, ёбнутый, блядь, какими руками, нахуй? Оно же горячее, пизда. Ну ладно, своими руками. Не, пусть лежит, блядь. Чак. Как дела? Чак, скажите, пожалуйста, кто знает, где в Украине уже можно купить 12 Pro Max? Короче, есть в Соте, только там надо его, можно забрать только в четверг. Бля, почему такая уебищная цена? Это просто пиздец. Знаете, какая у нас цена? Сейчас я скажу. Короче, завтра можно забрать в стилусе. Стилус, мы видим. В стилусе завтра можно забрать. За... Охуеть, это просто пиздец. Смотрите, можно забрать за самый дешевый, за 52 тысячи гривен. 52 тысячи гривен. Представляете? 52 тысячи гривен в рублях. Это на сколько? 141 тысяча рублей. Охуенно? Охуенно, да? А на 512 стоит 62 тысячи гривен. Прикиньте? 62, ебать. Короче, я нашел. Знаете сколько? Я нашел перчатки. Это знаете сколько? Это 170 тысяч рублей. На 170 тысяч рублей. Айфон что? Какой? То, что ты мне подарил? Нет. Который тебе подарил 140 стоит. 130. Нет. 135 я его купил. Смотри. Угу. На 512 62 тысячи стоит. Угу. 140 тысяч. Смотри, я перчатки нашел, блядь. Это носки. Ай. О. Так а нахуй ты мне скидываешь обычный? А, держи, блядь! А нахуй ты вообще тупой, что ли? Что? Нахуй ты руками голыми. Ты
В смысле, голову, блядь, нахуя перчатка? Ты мне скидываешь про обычный? Мне нужен про Макс. Нахуя ты ему скидываешь про обычный? Мне нужен про Макс, да ты чё, блядь? Блядь, ебать, она красивая, кстати. Наташа, ставь свою. Охуенная? Чат. Так она пиздатая, чел. Она по-любому даже вкусная. Видишь, сейчас нормально выглядит. Вот крекер. Она пиздатая. Да, это пиздец, а не цены. А в Соте можно взять, короче... Блядь, как мне свою пиццу поставить? Похуй, блядь, она тоже красивая. А в Соте можно взять за 49, но забрать в четверг. Круто. Еще, знаете, такое уебище. Везде нужно платить наличкой. Типа, если ты платишь переводом, то у тебя еще сверху... Короче, там что-то 5% или что-то такое, или 7%. Охуенная, глянь. Угу. Ты тоже, Наташа, в каком-то тильте уже. Ты в тильте? Ну, что случилось? Ну, подумаешь, пицца не получилась. Я не знаю, что в тильте. Я тоже знаю. А мне не говорил. Логично, ты бы знал. Поцелуй ее, пишет. Писю. Хорошо. Ладно, этот вздох что-то значил, как будто ей не понравилось. Видишь, вы что-то. Да не, не нравится. Ее что-то накрыло сейчас, я не знаю, что. Когда пиццу готовили, все было нормально. Только не с пиццей. Слышь, Наташа, ты за пиццу расстроилась, да? А ты ее включил? Напиши. Начинай. Она не работает, Наташа. А как она? Как ее взялся? Блядь, ты Даша три раза приходила, ты могла запомнить? Блядь, нихуя себе. Гений, блядь. Гениально, блядь. Я нажала на одну кнопку. Зато как нажала? А ты будешь сегодня стоять? Не знаю. Ты можешь сейчас купить эту псалу? Да, я тебе этот кинорейд. Я запущу-то. Что, работает? Нет, компа. Так у Вадима запустишь, я тебе рейд. Ничего не надо делать, я не буду за компом судить. А как ты мне рейд кинешь, если не еще у тебя? Никак. Вы хотите шоколад? Что? Нет, не хотим. Так я говорю, ты поедешь раньше, вот через сколько, через минут 10? Мужикам еще едешь. Да. Что? Ты же кому будешь дальше. Да. Ну, могу без нее, типа, как тебе удобно будет. Нет, я говорю, нет, смысла нам еще ехать. Юечку сюда, она себя плохо чувствует, у нее температура сейчас. У тебя есть уже какая-то инфа по поводу стрима? Ты писал кому-то? Меня? Да. В смысле? Ну, типа... Стима нет, нет. Апелляцию какую-то. Ну, в принципе, у тебя там денег немного было, так что плохо. Ну да. Да? Да нет, ну типа... Тут не только типа в скинах дело, понимаешь? Это типа Steam, который мне сколько лет? Да я понимаю, это чёрт. Ну я так еще, тебе его разблочить 100%. Я хотел порофлить, короче, мне написали. Говорят, Настя, типа тачку Литвина спалил. Я зашел, ну, как у Литвина типа с 7 миллионов начинается тачка. А почему так работает, я не понимаю. Почему в России... Вот такие цены приятные на машину. Смотри, 8 миллионов. Угу. Лети на тачку. Не знаю. Что он то работает, то перестает работать. Короче, мне кажется, она включила. А ты какую-то кнопку нажимал, когда ты нет, нажал? Я просто открыл. Нет, все нормально, должно работать сейчас. Просто, видимо, я когда открываю, она на 300 работает, я поняла. Логично. Нет, ни одна духовка так не... Ой, блядь, реально, а вот это одна нахуй на миллион. Просто единственная, блядь, гадкий утенок среди духовок, пиздец. Кто-то... Какой-то уебище пытается мне стул взломать. Нахуя? Нахуя? Спроси у него. Это я.
столько продуктов, кстати, еще осталось. А зачем ты купил булочки для гамбурга, у меня вопрос. Чтобы я бутерброд. Чтобы, да, чтобы Дима сделал бутерброд. Да. Ну так, гляньте, давай. Короче. Ясно. Что-то про меня секретничает, понятно. Пиздец. Пробуй пиццу. Бля, у меня охуительная. Не, ну если честно, ну типа, она же пиздатая. Вот, нож. Может, у вас совсем? Нихуя себе, может, не при мне, блядь? Вкусная колбаса, блядь. Ну, колбаса реально вкусная, когда запечённая. Больше. Стену нажал не уже. Я говорю, он сейчас её порежет, и у него всё упадёт. А вы один? Нет. Да-да. Хватит память целуй, блядь. Не буду я его целовать. Да нельзя целоваться на стриме, блядь, успокойтесь. Щечку можно. Можно щечку. Бля, попробовала я эту черную штуку. Походу зря я ее себе в пиццу хуйну. Маслины типа? Не, маслины говно ебаное, надо было оливки. Класс. Так она охуенная. А нахуя ты капусту, блядь, купил, у меня вопрос? Это салат, дура. Он сказал, что для бургера. Салат в пиццу, блядь. Салат. Понятно, мать, это там для бургера. Ей похуй. Ей похуй. Не поебать, поебать, полностью поебать. Так он с набитым ртом говорит, я его почти не слышу. Сука, блядь, набей ей сегодня тоже рот. Хорошо. Не понял. Поймешь. Все, блядь. Потом поймешь. Газота. А сейчас не понял, кому-то она тебе или не? От тебя. Блять, да в пизду нахуй. Все, у меня пицца идеальная, блядь. Take weight, мега. Ну, у тебя нормально? У тебя нормально? Надеюсь, блядь. Единственный раз жалею, что не по ту сторону экрана. Бля, чел, тебе так не повезло. Мне? Нет, ему. Тут прям, она прям охуительная. Вот докажи же, Наташа. Чё? А, докажи, что она хорошая, блядь, мечки, блядь. Там ёбище. Там кусок помидора. Я у меня там все расплавился. Ебать тебе, у него помидор. Такой просто кусок помидора. Моя томатная пицца. Чё, как вкусная, Вадим? Как ты её назовёшь? А, да. Я уже назвал. Бесконечная любовь в тумане. С хорошим настроением сверху. С хорошим настроением сверху, блядь. Пиццерия 192, блядь. Пацаны, попробовали бы? Только честно. Так она охуенная, чел. Чел, блядь. Ладно, дай мне... Чел, блядь. Кусочек маленький, блядь. Что, что с ней было такого, что может заставить меня не пробовать? А ты тогда ананасы клал? Нет. Ебать. А где тогда все ананасы, которые он резал, я не понимаю? Съел их просто? Я выкинул их. Будет Рома тебе потом еще что-то покупать, пиздец. Никакого уважения. Чел, она такая охуенная. Никакого уважения к шефу, блядь. Это что? Это какой-то глаз виднеется в закате, блядь? Да, это глаз. Чтобы вы понимали, у него... Он делал дырки руками в этой хуйне, типа, и там маслина. Бля, она охуенная, чел, ну пиздец. Она прям максимально вкусная. Что, блин? Убери помидоры чуть-чуть. Слышишь? Ром, может, на твою пиццу уже похуй? Блядь, я носками вытираюсь, пиздец. В смысле, на мою пиццу похуй? Моя пицца ключевая, блядь, на этом столе. Да похуй. Мне кажется, пока она приготовится, мы уже наедимся. И моей, и моей. Нет, я не буду пробовать, ну так. Вот заебись. Бля.
Это искусство, блядь, а не еда. Оставь еще место для моей пиццы. И для моей. Бля, вот все. Охуеть. Я не могу уже. 192 сыра, блядь. Бля, как удобно в ресторан с ним ходить, в кафе. Заказал себе одну порцию. Он съел вот столько. Съел вот столько, и все остальное мне остается, я бы сам. Да, все же вот. Экономия. Мы с тобой ходим, блядь, что ты придумаешь? Экономия. Балдеж. Просто плачу за него я, поэтому, ну, как бы, приходится так говорить. Всего донатов, да? 70 тысяч. Кэшбэк. Как у тебя аватарка? В телегу. Это ты? Да. Это как будто ты плюс шарф, блядь. А вот это? Какой, бля? Давай вопрос у тебя в телеге сделаем, и ребята поспамят ссылку на нее. И выберем, нахуй, какую ставить. Кукую. Сейчас. Да ты заебал мне в инсту заходить, уёбок, не получится. Конечно, мне уже пора ответить. Правда, мне живот болит. Так, блядь, тесто а чем ты доставал, мне интересно? Носками, да! Блядь! Чё она выёбывается? И что, блядь, носками и носками? Да, то, что натирал, то и взял, блин. Все, больше сыр. А вот есть. А можно сделать опрос с картинками? По-моему, нет. А можно добавить картинки? Да, и сделать опрос. Да, и сделать какой-то... Сверху картинки, снизу опрос, как два поста? Угу. Да, они все равно очень много постов разделяются. Например, длиннопост разделяется на два поста. Типа там так не роляет. Я не понимаю, как работает, типа, иногда. Подпишите фотографию, подписывайте, выходит два поста. Ты если заливаешь фотографию, то ты заливаешь сначала фотографию, и там в описании пишешь текст твой. Чат. Кто-то шумит. Че шумит? Это вертолет. Блядь, реально. Может, я окно открою? Стиральная машинка, наверное. Вам. Нет, уже не шумит. Сука, 150. Ебать, сколько мне тут убираться, нахуй. Ребята, это последний кукинг, блядь, в этом году. А у тебя какой-то праздник, что ты решил кукинг сделать? Почему? А кокинг не хочешь сделать? Блядь, такая оригинальная шутка, пизда, не хватит. Так, в смысле, она робо постоянная. Че, как это? Что за хуйню ебичная? Ты охуел, чмо ебаное? Забайчин 192, блядь. Забайчин 192, нахуй. Клёвый худи. Это охуенный худи. А ты кунинг не хочешь сделать, Вадим? Оно стоит 700 евро. 700 евро в Динсу купил. Как вам худи, нет, пацаны? Нет, мне Никита продал за этот, на 300. 300 евро в Динсу купил. Как вам Трэвис худи? Трэвис Ход, блядь. Знаешь, почему Трэвис Ход? Потому что треки у него... Меня пишут, Вадим. Это не про тебя, Наташа, это не проходит, Наташа, не переживай. Они говорят, проходит. Да включи, блядь, хуйню эту. Я, сука, хочу уже свою пиццу попробовать. Попробуй. Я уже почти приготовила. Все. Чат. Как вам хуйни? Приготовилась? Так они пишут хуйня хуйни. Нет, да. Нет, хуйни. Ты не про тебя пишут. Пишут по битам 192. Давай. Погоди. Рома, ты вчера слышал же, как Камик пел? Да. Папита, драпита, пита. А сейчас она было бы отличное завершение вечера, блядь. Лали. Да, смотрите, как он. Я не ныряю. Нет, я за ним ныряю в дабл кап. Лали, лали, пап. Чат. Ну что-то у тебя уехало, блядь, куда-то, нет? У тебя есть стекло защитное? Нет. Еще. Я не роняю. Она на меня фокусится, блядь.
Всем похуй на тебя. Блядь. Всем похуй на твою пиццу. Ебать он красивый, пиздец. Ебать, а у тебя жирная пицца. Это из-за чего так? Из-за этих. Да. Из-за этих, да. Из-за колбасы, короче. Ну вообще вся пепперони, она вся вот такая. Чел, ебать охуенный телефон. Бля, мы сфоткали твою пиццу вообще, Вадим. Повезло, кто тебе подарил. Бля, у меня друг хорошо. Дай сфоткаю Наташу пиццу. Твою пиццу мы сфоткали или нет? Нет. Я сфоткала до приготовления. Нам как раз до и надо, блядь. Фух. Мне кажется, никто даже не заметит разницу. Что так, что так. Чё, понял? Дальше не про твою пиццу. А, тогда попробуй. А ты включила? Вроде бы да. Я бы тебя отлизал. У-у-у. Ага, тогда. Нет, надо эту. Ой, я в телегу залил, ребят, нормально. Вот это бумага. Бля, Жожа так пиздато пил, пиздец, эту хуйню. А, кстати, он, по-моему, вышел, да? Его выгнали. Нет, за что? Его выгнали, он... Нога, в вопросе проиграл. Не, проиграл бы. А чё, когда финал? 1%. Через день. А когда Among Us? Не знаю. А когда Майнкрафт? Майнкрафт? Ну, давай на этим. Зови ребят из 89-го склада. Он опять, блядь, будет Майнкрафт стоять на одном месте, пока его этот не убьет. Короче, все... Нет, он я будет... Я буду смотреть. Да, он будет смотреть. А. Зови наших ребят, которые... Такое желание у меня только не здесь. Мне кажется, ты не совсем правильно ответил. Оу, май гад. Ну ладно. Короче, зови майнкрафтеров каких-то. Зови челов с 89-го склада, зови наш склад. А с 75-го звать, пацанов? А с пузатой хаты звать некто? Бля, это такое смешное, я в ахуе, блядь. Ложку у тебя нет давать? Ножниц? Нет. Хуёво. Нахуя тебе ножницы, блядь, пиццу? Чтобы пиццу разрезать. Ты чё, ебанутая, блядь, нож возьми, нахуй, режь. Ножницы, может тебе, блядь, ещё вертолёт привезти, нахуй, он своими, блядь, лопастями тебе разрежет её, блядь. Пиздец. Блядь, у меня мама бабушка постоянно. Ебать, новый гибрид родственников. Мам-бам-бабушка, блядь. У меня мама бабушка постоянно. Мам-бам-бабушка, красиво, ой, ебать, это охуенный штук. Так, как мне опрос за это, помоги. Я думаю, что сохранить, да? Ну да. Ну попробуйте мою пиццу. Бум-бум-бум. Только аккуратно режь, пожалуйста. Это маленький кусочек нет? Давай поставим сюда. Ну, я выкладываю в телегу. Блядь, держи его! Блядь, что за бездарь, ты что, ебанутая, в смысле? Как я его не держал? Я его держал. А как мне сохранить один, Ром? Рома не сохраняется. Ром. Так я сохранил, да? Нет. Надо на свой. Нет кнопки сохранить. Пизда. Все, блядь, поем. Бать. Да. Попробуй мою пиццу. Я попробую. Она хуевая, да, получается? Нет, она вкусная. Она еще не пробовала ее. Да похуй, я уверена, что она вкусная очень. Бля, что, из нее течет, сука, какая-то хуйня. Это жир, да. Из нее тоже. Пиздец, блядь. Из нее нахуй можно делать, я не знаю, блядь. Ну-ка. Ну-ка. Так, я выкладываю, смотри. Я выкладываю просто 5 фотографий. Отправить 5 фото. И теперь выкладываю вопрос. Бля, давай. Какую ставим на... Ну это из-за колбасы, наверное. Она сладкая какая-то, да? Невкусная? Да. Это из-за колбасы, скорее всего. Бля... Ром, подскажи мне, охуенная была. Угу. Блять, у меня колбаса, походу, все запорола. Ну, во-первых, потому что эта колбаса не подходит в пиццу, как минимум. Ну, ты же меня заказывал ее. Так ты ее взяла, блядь. Я же ее взяла. Я посмотрел, что она не подходит, и типа я ее не взял, потому что я умный. И я умный. А ты все спиздила, блядь. Ром, ты не можешь быть умным, потому что ты ее заказал. Не, я заказал просто так, я только я все заказал. Ну там написано прям, вот, пепперона. Пепперона. Как это не пепперони?
памплоном. Одно и то же, блядь. Бля, оно очень жирное, я не буду есть. Я обосрусь нахуй. В прямом смысле. Хочешь орешек, понимаешь? Ну, она реально вкусная. Ооо! Где же орешек? Реально, Наташ, давай. Наташ. Нет. Давай хотя бы первый. Первый хуйня. Первого не осталось. Там такой. Давай последний. Чуть-чуть можно еще ее включить? Старт нажми, да. А я не знаю, ли он остался у нас вообще. Пизда, я не буду ее есть. Можно я скажу, что проголосовали в телеге? Да, модры, поставьте ссылку на телегу Вадима. Зайдите, проголосуйте за аватарку, которая будет нам, блядь, на всю жизнь. А как думаешь, какая победит? Модры, поставьте, пожалуйста, на ссылку на телегу Вадима. Мне кажется, вот он. Да, как будто Дангерлёк, знаешь? Вот это наконец. Он ничего такая, да. Мне вот это больше нравится. А такой же вопрос вообще. Да, голосит. Раз, два, три, четыре за четвертую. За четвертую больше всего. Угу. Почему? 23, 20. А, ну да. Четвертую? 6 тысяч. Нет, не агитируй, пусть сами. Ладно. Важно. Третий хотя бы. Что это такое? Третий орешек. Это орешки острые. Что, мне очень плохо было? Да не будет. Нет, мы просто... Ты подожди, как ты относишься к острым ночам? Я не ем острый. Блядь, ей ролл, короче, был, который вообще никакой он не был острый. Угу. И кроме первого ничего нельзя есть. А первого нет, да? Ты третий не хочешь есть, Вадим? Да, я могу третий сейчас. Нет, третий хуета. На. Третий, я вообще такое. Типа острый. Не, я не хочу. За даму свою, блядь. Только не пятый, Наташа, там. Либо третий, либо пятый. Это пятый. Не, Наташа. Третий. Может быть, ожог языка? Да не может быть, нет. Ладно, шучу, не будет, да. Да кушай, блядь. Шоколадный вкус. А, я чувствую. Но он не острый, типа третий хуйня. Не, хуйня для... Пока она будет в рот свой нести, перехвати его ртом. Ой, блядь, моя пицца. Как будто иголками вот так. Ладно, ребят, на самом деле это, наверное, правда, потому что это пятая решение. Не, было бы это пятая, она бы уже ебнула, на самом деле. Ребят. Не, дядь, это не пятый. Дядь, это пятый. Пятый? Да, третий, в третьем высоте пятый. Папи тап. Да ты что, это реально? Реально пятый? Да, ну, мне кажется, да. Нет. Ну съешь его! Нет. На мужика, блядь, давай. Нет. Пиздец. Давай, ебаш. Нет, пиздец, это ужасно. До сих пор острое? Ага. 15 минут где-то будет. Достал язык и не молчи, блядь. О, Наташ, ты можешь ему сейчас отсосать, у меня просто пенис будет. Опухнет. Не хватит в ударе сегодня, Ром. Как она сказала? Ты бы отлизал мой писюнчик? Блядь, да хоть это сейчас вспомнил. Сейчас опять, блядь. Она из-за этого в чате была, извини, тоже? Не. А у тебя чат знает пароль? Чат пароль. Конечно, знает, меня чат все знает. У меня самый продвинутый чат на Твиче, я вас люблю чат. 4-4-164. 4-4-1-6-4. Ладно. По факту убрал. Чётче? Всё. Я чё говорил. Пиздец. Ну я тебе говорю, не надо. А, чё она жарит, блядь, останови. А, горячий. Почай. Оно жарит до сих пор, оно не хочет отдавать. Ну, пиздатый. Мне очень форма нравится, прям она охуенная. Смотри, чтобы не упал. У меня болит тема на выборе. Блядь, почему у меня носки в кетчупе, блядь?
Как же хорошо, что я в твоих тапочках. Ты так обожжёшься, Ром. Сделай лучше на одну руку так. Так будет проще. Понял. Эй, чат. А тебе синий нравится? Да, вот это прикольный цвет. Я только синий. Только у камня мне не нравится. Так это бро, он охуенный. Кстати, знаешь, а у тебя какой этот? У меня 11 про. Чего ты лох ебаный, фу, бля. Нет, я же заказала себе такой, только черный. Киев? Фига он на сэндвич похож, реально сэндвич? Че, ББ? А, ну типа, я их обидел, чат, извините, пожалуйста, я больше так не буду. На колени. Нет, на колени встают. Чат обидел, как? На колени встают только перед девочкой. Прям прикольная форма. Не знаю, кому не зашла, но типа это... Блядь, как ты выключишься нахуй? Очень клёвая форма. Бля, Ром, ты можешь 2000 гривен снимать? А это просто пиздец, у меня тильт. Я не могу весь стрим перевести 2000. Да, всё, дай тебе форму. Да. Drop it up! Ой, да ебаная. Скинь карту. Зачем тебе надо? Когда плату носить. Блядь, как мне эту хуй туда стать, блядь? А это какой прикол, ты что спрятан? Ага. Может это просто с интернетом? Нет, интернет есть. Дай Wi-Fi. Интернет первый, я уже привожу. Бля, охуенная четвертая фотка, мне очень нравится. Перейдем? Жду. Не, не надо чего. Пицца Наташа, хуйня, фу, поебень, вот это залопа, фу. Да норм пицца. О, отсос, блин. Ваня, ну что ты, блядь? Ну, я и говорю, это так зависает? Да, укуродно. Уёбище, блядь. Да, что-то с, блядь, либо с приватом, либо с картой кто-то сюда. Нет, с картой ничего не будет. Я знаю, мне на ноль. Сейчас. Да, ты позависел, блядь. А мне на монобанк, по-моему. Нам на банке деньги держать, блядь. Хотя бы все работает. Рома, скажи, чтобы разбанили. Где? Все, забей, я отправил через монобанк. А, бля, разбаньте, пожалуйста, Жожу в чате, я забыл. Не скидывай только. Не скидывай? Не скидывай, все. Разбаньте Жожу в чате, пожалуйста. А, у меня до сих пор печет. Я же тебе сказал, на отсюда. Как вы их ели, я не представляю просто. Не можно представлять. Ужас. А ты не видела? Так, что, Вадим, ты докушал свою пиццу? Можно ее выбросить? Да. А вы мою попробуете? Да. Я правда живу, это уже будет пиздец. Моя вкусная Наташа. Я не ел ее. Ты че? Это после того, как ты ее увидел. Ты че, офигел, что ли? Ром, блин. Ром, блин. Ром, блин! Мне так комфортно одной на вебке сидеть. Что комфортно? Одной некомфортно на вебке сидеть. Блин, а ты не можешь... Ты сейчас забанил, как ты будешь на этом банке сидеть. Ну, на твоем стриме, я про твой стрим. А. Давай еще скажи, на моей кухне, блядь, грязной. Так закажи клининг. Хуининг, блядь, сам уберу. Ну ладно. Просто предложила альтернативу, так сказать. Блять, знаешь, сколько оно стоит, блять? У меня денег нет, я бедный. Ну, у нас недорого, я плачу, если вот... Мы когда сюда въехали, мы заплатили 5000 гривен за клининг. Сколько? 5000 гривен. Полный клининг, квартира. Это очень много. Да. И все примерно так же стоят. Скики? Все примерно так же стоят. Нет, не стоит так дорого. Я в Москве, чтобы ты понимал, за клининг отдаю 2000 рублей. Дома. Свои однушки. Двушки. Евро-двушки. Евро-двушки. Это евро-двушка. Евро-хуюшка, блядь. Грим на трёшку, блядь. Охуеть. Ну это евро-двушка. Оу, блядь. Давай, чтобы она пизданулась. Уху. А ты... Чего фу пишете, долбоёбы, блядь? Уф пишут. Там фу писали еще вы, блядь. Ты чего, блядь, их долбоёбы называешь? Ну, я только те, кто писали фу. Я сейчас тебе колу налью, блядь, в этот.
Убери. Убери нахуй. Ну убери. Ну убери, бля. Я зарю телегу, напишу моя, и твой мусор без фоток, что Вадима. На, Ром. Бля, я не хочу есть эту пиццу. Почему? Она не жирная. Маслин. Я их ненавижу. Так ты сам свои говоришь. А я ее выкинул. Там для глазиков чисто. Да, у тебя нормально, кстати, пицца выйдет. Мне кажется, все равно у меня самая добрая. Сейчас я сфоткаю. Добрая пицца. У меня самая добрая. Ром, у тебя чехол упал. Кто ее туда положил? Я. Ты. Нет. Ты, блядь. Mm-hmm. Нет, это констатация фактов. Чек. Пицца Наташи. Моя. Не, у Вади, походу, реально самая вкусная была, слышишь? Ты ухуел, то мы даже не попробовал, блядь. Моя самая вкусная была. Бля, ну там маслины ебаные. Ты маслины ебаные, ты наоборот говорила, что, блядь, это. Нет, оливки заебись, маслины. Ты оливка ебучая, отстань, блядь. Ты грибы туда кинул. Да. Она очень вкусная, блядь. Ты не ел, кстати. Экспекту патроном, блядь. Мне всего... Чел, мне снилось, короче, что я ходил с палочкой и заклинания делал, блядь. Вингард Бельоса. Короче, блядь. И типа было так... Я еще... Дай сад туда. Я говорил еще... Авада... Как-то... Авада Кедавра, блядь. Как-то так, блядь. Или там, блядь, опадал кентавр. Да. Алло, дай, блядь, я порезал, дай мне кусить. Блядь, давится, давится. Только не пиздишь, что не вкусно, блядь. Если она очень вкусная, я чувствую. На. Она слишком сладкая, если честно. Какая слишком? Она такая жирная, пиздец. Она не жирная, жирная у нее чем, была, блядь. Посмотри на вот это, блядь. Пиздец, блядь, там она купается в жире. А, чел, посмотри. Ну это сок. Это сырный сок. Не, вкусная? Ну, конечно, блядь, вкусно, что-то блядь, лишнее, чем? Слышь? Ты лишнее посмотри. Не, он сказал не лишнее. Сильно много сыра. Да, охуенно, блядь. Это сырная панна. Сырная мадам. Мне похуй, я ее буду есть, потому что, блядь, все вкусно. Блядь, заебалась кока-колу открывать. Вадим, открой кока-колу. Ой, пиздец. Сырная манда. Бля, чат. Она такая вкусная, мне похуй, что они говорят. Не, она нормальная, только она максимально жирная, типа. Она максимально сырная и жирная. Ну, бля, ты согласен. Потому что эта пицца нахуй тебе один брокколи. Если ты на пол, то ты согласишься. Не знаю, она очень вкусная. Бля, маникюр сегодня проспала, пиздец. Я сначала его перенесла, короче, на полчаса, а потом, блядь, проспала просто его. Красава. Лучше бы ты сразу отказалась, чем, блядь, на полчаса перенести. Я в 11 встану. Легко. Я легла просто вчера поздно. Я когда уехала, я уже все, пизда, блядь. Горячо. Горячо. Ну, я тебе звонил, будил. Колокол, блядь. Нет, в жопу я бы пальцы. Мне интересно, кого ты убрал, ее или себя, блядь? Я вообще никого не убирал, просто. Чего тут не хватает? Бекона. Нет, помидоров не хватает. Нет, помидоров не хватает реально свежести. Убрать чуть-чуть сыра, добавить чуть-чуть помидоров. Свежести, может, это от тебя? Убрать чуть-чуть сыра, добавить сюда помидоров и вообще охуенно. Порежьте мне еще, пожалуйста. Вам порежь, пожалуйста. Что порежь? Пиццу твою. Чтобы ты с меня поизвалась? Нет, в смысле, она нормальная. Она нормальная, да. А типа максимально съедобная. Какой кусок пак? Только без маслин. Так не получится. Блять, я еще не очень поняла сначала, что это такое. Спрячь сама нахуй, я в тильте, блять, от этого ножа. Так мне неудобно. Это нож пиздец. На, на. Вот порежь.
Тесто, конечно, говна, пиздец. Ну извините, блядь. Не, нормально. Мне понравилось тесто, если честно. Ну, типа, понимаешь, что оно хуёвое, оно заебись. А что чехол сделать таким квадратным максимально? А, какой зуб? Ну, он же полностью облегает. Ага. Даша, принеси, мне кажется, Даша нельзя сейчас это, потому что у нее отравление. Даша нельзя. Не отравление, когда в больницу. Блять, отлично, злой просто заказал себе еды. Ладно. Что? Шутка. Что? Ты что, нужно ли не выкидывать, а злому реально отправить? Мы сейчас будем. Кстати, до злого думала доехать. Че? Нахуя? За шкудюшки. О, ты тогда заказывала. Он не заказал, блядь, в итоге ничего. Злой заказал. Злой заказал, да, все. Завтра заберем. Мне тоже заказал? Тебе бомба. Хей, йоу! Ты думал, все, обо всех. Да, и в этом можно. Да, спасибо. Да, я верю. Это же обычный, да, типа как бы к 11-й про. А я думал, короче, 12-й про макс больше, чем. Ну, какой там браслетик у него? Ты видел его, да? Охуительный. Да, он охуенный. Че, езжайте? Он вот так не положил свой швать. Он не положил только второй. Да, не знаю. Напишу ему, что он ходит. Даш, ты будешь стримить? Да. Через два. Бать, а ты не хочешь ТЦ? А, нет. О, вы не хотите реально ИРЛ подрубить? Да хуя будет, ребят. Да не будет, блядь. В смысле? Не будет никого. С бустером гуляли тогда? Было сколько? 3-4 стрим-снайпера. Это Москва. Думаешь? Это Москва. Конечно. А если будет, то что, блядь? Привет, привет, сфоткаемся, все, пока. Просто уходим. О, пишет все го. Так что есть? Ну там есть одна проблема, только маленькая. Член? Для чего может быть? Нет. Да, а так он все плохо. Напиши в ТГ. Писа охуенно. Не надо, нет. Не, не, никто ничего не говорил, никто ничего не делал. Не надо. Не будет такого, 100%. А мне? Не будет такого. Главное не назвать место и все. Ну, значит, надо в ТЦ ехать, который... Который не будем озвучивать. Да, ну... Глянь, все. Прямо с машины подрубите с ним. Понятно. Че, не смеются? Вкусно? Конечно, бля, обижаешь. Это жирно? Конечно, бля, обижаешь. Заебись. Клубника бомба, честно говоря. Все, нахуй, наелся. Че, давайте собираться? Да, пиздуйте. В течение 20 минут, чтобы запустили. А у тебя стабилизатор есть с собой? Ну, это так у нас, что у меня есть. Возьмешь? Да, я вам. Не, я вот это не вижу. У тебя есть? Наташа. Нету. Наташа, я говорю вот это. Да. Этот. ББ? Чат, пока! Чат, ББ? Пока! Будем скучать, помнить. Скорби... Чё ты, блядь, несёшь? Так.
Бабе, спасибо за пиццу, спасибо этому дому, пойдем к другому. Как говорится. Блять, мразота! Мне все через глаза вышло! Фу, блять! Простите, пожалуйста! О, капец! Фу, мразь! Мразь! Ты меня обзываешь! Чат, пишите фу! Мне все через глаза вышло! Пишите фу, блять! Вадим! Марка, блядь. Пишите, блять! Фу, блять! Хорошо, что мне не надо, блядь, ничего с этими губами делать, сука, дряхлыми, блядь. Губами, блядь, шлюшащими, блядь. Такая ты сука, блядь. Да, проблема. Фу, блядь. Хочешь еще раз рыбу дам? Да, я тебе такое рыбу сейчас дам. Да похуй на стерилизатор, нахуй нужен. Хочешь рыбу дам еще раз? Не надо, Рома. Вать, пизда тебе. Забей хуй, пошли. Ибо пизда. Пизда потерял, блядь. Да похуй. Все, потерял. Выхожу из кадра. Давайте ББ подсунуть. Я потерял стерилизатор. А, похуй. Ну, что, давайте. Все, давайте. Все, что хим. Давай. Удачи тебе убраться. Да, только запусти. Здорово, че. Ку. Бля, все нормально? Ребята, модер сейчас поспамит ссылочку, перейдите по ней, кому не сложно. Все, давай, пока. Перейдите, кому не сложно, по ссылочке этой. Лучшая поддержка. Там переходите по ссылочке, нажимаете начать играть. Ебать, играете, блядь. Нихуя себе. Всё, пока, Ром. Давай, пока. Я... Мы ждем, пока они, ебать, подрубят стрим. А, ебать, холодно, блядь, закрой дверь. Блядь, я чувствую себя таким одиноким, потому что я нихуя не вижу. Ну, бля, так медленно идет. Пожалуйста, перейдите, кому не сложно, ребят. Очень медленно идет, а я не могу даже поспамить вам, как всегда, зарядить, блядь. Я чисто сижу, блядь, в объедках, блядь, в мусоре. Пиздец. Без чата, блядь. Приходите, ребят, кому не сложно. Я могу... Не, Дашу не буду звать, пусть Даша отдыхает, я лучше побираюсь. Ребят, приходите по ссылочке, давайте сделаем 15-800, сделаем сегодня, будет охуенно очень. Если 15-800 сделаем. Просто перейдите по ссылочке в чате, надеюсь, который там спамит. И этот... Просто нажмите начать играть, вам дают бесплатные монетки, вам дают... Вы участвуете сразу в моих конкурсах, всех подряд, которых я делаю. Знаете, сколько я на это все потратил сегодня? 3000 гривен, короче, где-то так. Может, чуть побольше. Тут очень дохуя всего, я, блядь, не рассчитал, что надо и как купить, пиздец. Я бегу по битам. О, ебать, красиво пошло, охуеть. Давайте, 15-800 сделаем, будет очень круто. Бля, я вам еще и монеток не могу раздать, пиздец. Потому что у меня клавиатура там, я выйду из кадра, получается. Вам все понравилось сегодня? Ну, весело было? Это самое главное. Если весело.
Да, тогда зависит. Завтра, возможно, сделаю передышку, либо я не знаю, что сделаю завтра. Может, буду отдыхать, может, что-то придумаю. Потому что, я не знаю, можем в Майнкрафт пойти поиграть, конечно. Давайте, еще 43 человека, добиваем просто по ссылочке. Приходите в чате, который модер спамит. Жду, пока запустит Наташа. Видосы? Не, в пизду видосы. Не нравится, не хочу. Блять, сука, я даже не знаю, куда тут сесть, блять. У меня оливки, маслины, нахуй, все подряд, блять, все везде. Майн давай. А вы хотите завтра челлендж или просто ёбнуть наконец-то дракона? Ёбнем дракона или челлендж? Давайте тогда завтра дракона, а челлендж в другой раз сделаю. Окей, все. Заебок. Дракона, окей, все, ебашим завтра дракона. Мы хотим стрим, а что именно, не важно. Да нет, это так не работает. Это так не работает, потому что если бы я просто подрубил, блядь, вот так, нахуй, меня бы никто не смотрел. Ребят, давайте, еще 32 человека, делаем 15-800, и это будет очень охуенно, вы мне очень поможете. Модер спамит ссылочку, вы по ней переходите и нажимайте «Начать играть». Вам дают бесплатно 50 монет, вы можете их поставить куда-то, влить на красный, блядь, поднять на x5, либо просто слить. Это не важно. Давайте что-то сыграем, ебанем что-то. Бля, так сложно, пизда. Куда даже смотреть, не знаю. Давайте, еще 31 человек. Модер, поспамьте ссылочку, пожалуйста. Покер? Ну, покер мы с ребятами планируем. Мы, наверное, будем как-то у Марка Гуакамоли сыграем в начале точно покер, потому что... Ну, короче, вот так как-то. А потом надо, блядь... Нам бы как-то с Покер Старсами может связаться. А в Покер Старсе можно создавать свой стол вообще? Славу, который не Артем, позови. А, ну Слава уже не придет завтра, он у каравая завтра будет. Позови Илюху, если Ля не против пойти, то я позову его. Просто я его очень часто зову, но он, типа, не может у него всегда дела, типа. Что да, что и да. Что да, я забыл, что я спросил. Го-покер, блядь. Надо, ребят, просто понимаете, что нам надо конкретно Покер Старс, потому что там можно играть на Money. На других этих вроде нельзя играть на Money. Именно по закону. Так, что мы делаем? Ух, ебать. Там кто-то ставит, блядь. Победа уже, ладно, окей. Я хочу дракона. Покердом можно на деньги. Разум? Я не знаю, что это такое. Короче, главный сервис, где можно создать свою комнату. Что мы завалили туда стримера, вывели вебочки, блядь. Где Юечка Рома? Она отдыхает, ребят. Я отсидел свой срок в интернете. Окей. Okay. О, дракон не бучит, блядь. Оба, погнали, да. Ебать летит! Сюда. 12к онлайн, в чате 20 чел. Да завали ебало, блядь. Чат, покажите, есть ли вы тут вообще. Чтобы чел чисто пиздачок завалил. Все, спасибо. Ух ты, чуть не упал. Пэквилл, брат, модры есть какие-то? Напишите, когда Гинцуха запустит. И напишешь, Пэквилл, сколько я сижу. Чтобы я знал, когда это. Запись стрима будет? Запись стрима будет, ну, висеть, ну, день-два, может. Ребят, переходите по ссылочке, которую модер спамит. И нажимайте просто начать играть. Лучшая поддержка, лучшая помощь, так что... Просто тут чел образованный сидят, просто так не беда, по факту. 2-3-4. Да нет, Пэквилл шарит. Ты в 44 начал. Все окей. Окей. Ух ты, ебать. Еще один, да, получается? Все, сейчас ключевая дверь. Блядь, чувствую, плохая. Ребят, по ссылочке переходите, регайтесь, кому не сложно. Просто два клика. Заебок, выиграл. Почти никого я не вижу, потому что все, у меня там камера стоит. Сюда нахуй, типа, на лучший чех. О, блядь, красиво, красиво, красиво. Спасибо вам огромное. Но в любом случае приходите. Больше, не меньше, это будет заебись.
вам дают бесплатно 50 монет, я вам раздам потом монетки, наверное, уже завтра. Потому что... Завтра почему? Потому что у меня сейчас доступа к клавиатуре нет, там ноут сидит, стоит, камеры переключать я не буду. Блядь, сижу нахуй в оливках, в ебучем масле, просто в салфетках, блядь, и читаю чат с телефона, который держится на соке. Заебок условия. Так, все, спасибо огромное, ребят. Давайте еще давайте, может ебанем 15900, ебать. А что я в телефон говорю, если тут не микрофон? Куда ушли Генсуха и Вадя, они сейчас будут стрим IRL делать. Они сейчас будут IRL стрим делать, я вас к ним отправлю сразу. Только мне главное знать, когда запустят. Спасибо всем, кто переходит по ссылочке, спасибо огромное. Спасибо, ребят. Спасибо. Ты к ним пойдешь? Нет, я не пойду, я буду с Дашей, ребят, потому что ей плохо. Кто будет завтра в Майне, я еще никого не звал, ребят. У меня вообще, чтобы вы понимали, нам тут сервер ебанули. Нам его нахуй ебнули, этот сервер. Меня забанили, чел зашел с моего ника под опкой, либо с ника Нуки, либо с ника Марка просто под опкой, так как там нет пароля, и меня забанил, блядь, и мне надо будет заново все делать. Короче, хуй знает, сложно это все хуйня. Даже к серверу по Майнкрафту надо готовиться. Ребят, давайте еще раз модер заспамить ссылочки, вы просто ебанете, кто еще не зарегался, вам ничего не стоит. Если вы не азартный человек, не ставьте, просто перейдете по ссылочке и нажмете просто начать играть, чтобы вы авторизировались по моей рефералке и получили бонусные монетки. Вот бонусные монетки советую, кстати, поставить, а то кто знает, как там пойдет нахуй, и будете выносить потом миллиарды, ебать. Чё, блядь, карту свою скинул нахуя. Давай, переходите по ссылочке. Если 15900 сделан, будет, блядь, очень круто. Это будет прям пиздец как круто. Куда-то залетел процент 60. 50%, блядь. Ну я оранжевый, давай, блядь. Сюда, ебать. Сюда лут. Нихуя себе. Просто, блядь, залетел на блок, блядь, разъебал. Оп, не сюда. Давайте еще раз дракона. Ёбнем еще раз дракона. Завтра и сегодня, блядь. Уже хавили пиццу, да, кушали. Ну, Наташа не кушали, правда. А сколько бустер подрубить, ребят? Я не владею данной информацией. Какой тебе нахуй блок? Я даже не знаю, что такое блок, чел, блядь. Даже не знаю, просто, блядь, рэперы крутые так поют, блядь, я типа, залетел на блок. Да видите, уже Роме 19к, он же красавчик. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Но это очень сложный террористский путь, потому что надо людей, блядь, просить зайти. Но слушайте, нормально сегодня сделали. 15850. Думаю, 48 еще не доставит сложности набить. Просто по ссылочке переходите. Ух, нихуя, я только повернул головой, блядь, уже 45. 45, давайте. По ссылочке переходим просто. Будут стримы с VR-чатом. На моем канале вряд ли, но я буду участвовать у других ребят на стримах с VR-чатом. То есть я пойду к Ликсу 100%, пойду к Злому 100%, когда позовут. 100к в ТГ. ПЖ, пошли нахуй, никаких 100к в ТГ, блядь. У меня осталось 6 дней, блядь, мне вообще поебать. Бан любого чела на сутки 50 тысяч, стример банит в чате любого участника, кроме модера, випов. Випов можно банить, випов банить нельзя. Или можно, я не помню. Вроде нельзя, нет, нельзя випов банить. Хотя если випка не слетает, то можно ебануть, блядь, например, там бабку мёрдера. Давайте, еще 38 добиваем, 15900 и все, я от вас отстаю. Все, Наташа подрубила, я сейчас через 5 минут буду кидать рейд. Давайте добьем 33 еще участника, ребят. Просто по ссылочке переходите. Пекл, сколько еще времени, брат? Пекл, брат, сколько времени еще? А, 44, погоди, 44. 8 минут получается, да? Ну, сейчас. Три, восемь, понял. Ага.
я бы тебя отвезти. Добьем 100к в телеге. Пошли нахуй. Никаких 100к. Давайте, ребят, 29 часиков. Модре, поспамьте, пожалуйста, ссылочкой. Еще одна драгомания, ребята. Вы просто перейдите, нажмите начать играть, кому не сложно. Что там за баллы происходит? 24, все, давайте 24 еще добиваем. И охуенно будет. 24, просто переходить по ссылочке и регистрируйтесь, получается. Давайте на дабл. Сейчас на красный ебану. Сейчас на красный надо ебануть. Давайте 6 тысяч на красный ебать. Привет, уебки. Генс подрубил, да, еще 2 минуты, ребят, я пойду рейдить. И рейд. Рейдю. Угу. И пойду убираться, блядь. Сука! Сука! Бля, хочу 50 тысяч баллов. Давай, ну залети, блядь. Ну хуйня же, блядь. Брать, удачи убраться, Роман. Спасибо, блядь. Это пизда. Сейчас будем как-то это делать. Ага. На канал за... О, ебать, я выиграл, нихуя себе! Я на телефон засмотрелся, сюда, блядь, все, нахуй, вышел отсюда. На нахуй. Давайте, еще 18 людей, и я вас отпускаю. Ребят, давайте. Кто стучится нахуй? Это мне стучаться? Бля, я тут на кухне ору, может мне? Мне стучаться, блядь. Пизду. Давайте, ребят, еще 15 людей, пожалуйста, добейте. По ссылочке модера перейдите. И нажмите начать играть, и все. Кому не сложно. Пожалуйста, перейдите по ссылочке. Да, там ноут на взлет пошел. Нет, это на самом деле охлаждение работает, это очень дорогой ноут. Ноут стоит 200 тысяч. И вы бы слышали просто, как у ноута злого, блять, хуярит. Это просто пиздец. Стрим уже заканчивается, да. Да, мне давайте 13 людей добиваем, и я вас отпускаю. О, хорошо, 11 еще. 10. Давайте еще. Ну, кто-то денежку поставил. Монетки пришли. Давайте 10 людей. По ссылочке просто перейдите и все. 9. Отчет пошел, блядь. Давайте, отчет пошел. 9. 8. 7. Блять, где 6 нахуй? 6, 5. Ой, нихуя себе. 4. 3. Блять, где она? 3. 2. Давайте. 3. 2. 2. 2. 1. Лучше. Все, ребят, всем спасибо за стрим. Я даю рейд на Наталью Генс-Берникову. Передавайте ей привет. Рейд Генсуха. Телефон уже дал? Пекло я дал? Рейд. Ребят, рейд идет? А, да, все идет. Все, ребят, спасибо всем, кто поддержал, всем, кто был. Спасибо огромное. Переходите на Dragon Money, играйте, охуенный сайт. Просто всех люблю, обнял, поцеловал в жопу. Ванус чмокнул, завтра Майнкрафт в 14.00. Приходите, надеюсь. В телеге вся инфа. Все, спасибо всем. Рейд ушел?